Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Ура! Отлично! YouTube изменил, поменял какие-то настройки, поэтому мы в срочном порядке на другом ресурсе вещаем. 73 человека онлайн. Я надеюсь, будет больше. Я надеюсь, за эти 10 минут мы не потеряли. Еще 200-300 человек, да? Сколько зарегистрировалось у нас? Ну, около 300. А, хорошая связь. Здравствуйте, отлично. Ура! Ну, класс, супер. Ребят, спасибо большое за обратную связь. Так. Запись идет, да, Сереж? Да. А, честно говоря, я признаюсь вам, что я вас дразнила. И не отвечала на, на такие вопросы, будет запись или нет. Мне очень и очень хотелось, чтобы вы все пришли лично. Ну, конечно же, я всегда веду записи вебинаров, вы меня знаете. Но тем не менее, это человеческий фактор это техника. Мало ли, что-то не запишется, поэтому все равно риски есть. В общем, запись, конечно же, идет, и вы можете ее потом пересмотреть. Итак. Итак, мои хорошие, сегодня я очень постараюсь уложиться хотя бы в два часа. Сегодняшний вебинар посвящен кликер-методу, кликер-методу по тренингу лошадей. Я не буду глубоко погружаться в теорию по кликер-методу. Ты когда подходишь и так стоишь, я думаю, что ты хочешь что-то мне сказать, Сереж. Вот смотрите, я вам сразу скажу: если у кого-то будут вопросы по практике по введению в кликер, я вам дам бесплатные два вебинара по теории и практике кликера с видеоуроками. Сегодня мы рассмотрим более такие глубокие прикладные темы. Во-первых, Итак, кликер-метод, как работает, с кем и зачем. Как меня слышно и видно, мы уже прошли. Вот здесь как раз на этом слайде, на этом слайде Гриша и я, мы выполняем упражнение ⁇ Парковка ⁇ Uh, это начало заездки свободной лошади как раз на кликер. И очень подходит для бешеных лошадей <свят> заездка на свободе на кликер. Что такое школа счастливых лошадей? Если кто-то не знает, uh, это такое, <свят> такая организация, состоящая не из одной меня на самом деле. Нас очень много уже. Около 10 лет я веду семинары, вебинары, онлайн-тренинги, видеоуроки, уроки, и дело цветет, и многие из вас уже преподают мягкие методы. Я очень многими из вас горжусь. Я была во многих городах России и живу я на Кипре. Меня зовут, с кем я не знакома, Юлия Худякова. Этот слайдик я не буду пересказывать. Могу вам прислать потом, да, мою характеристику. Я основательница школы счастливых лошадей, сайта ⁇ Счастливые лошади ⁇ Мы проживаем на Кипре. У нас здесь 16 лошадей. Мои дети и учителя, ваши учителя. Скажите мне, пожалуйста, в чате. Напишите мне, чему вы хотите научить вашу лошадь, что вы ждете от этого вебинара, и я вам сразу дам маленькие подсказки. Вы можете научить лошадь чему-то в пространстве, чему-то с предметами вы можете построить отношения с лошадью, вы можете просто воспитать лошадь под уютные прогулки верхом, а также заниматься кликер-тренингом с лошадью для здоровья лошади. Ну, вот такие некие подсказки направления. На этой фотографии Гриша и Леголос на семинаре нарисовали три картины. Тоже это был кликер-тренинг. Да, вы знаете, я сейчас видео отключу. Я с вами поздоровалась, чтобы не тормозить слайды. Так будет лучше и проще. И тогда вам будет видно слайды. Очень хорошо. Хочу построить отношения. Дисциплина. Замечательно. Пространство. Пространство вы можете уточнить, что именно отношения укладка брать предметы укладка это с телом работа и возможно на возможно на отношения также кто-то мне сказал кому-то не слышно еще раз пожалуйста дайте мне десяточки или от нуля до десяти как меня слышно не пропадаю ли я давать ноги, трюки, планирую брать жеребенка, замечательно, занимаюсь с собаками, да, можно и с кошками. Слышно меня? Раз, раз кому-то слышно, значит все-таки вещание идет, замечательно. Хорошо, хорошо, дорогие мои, во-первых. Возможно, я прерываюсь у кого-то из-за вашего интернета, потому что у большинства, у большинства десятки и у кого меня не слышно, попробуйте теперь зайти в комнату. Я хочу повториться. Несколько лет назад я вела подобный вебинар по крикер-тренингу, запись которого я вам дам. Я хочу попросить вам вас подарить лошади радость и праздник, потому что каждая лошадь очень радуется, когда вы предлагаете ей сотрудничество и игру в отгадайка. Игра ⁇ Отгадайка ⁇ она ходит лошадь конфеты, так называемые клики, и она начинает, вы предлагаете ей как бы побыть у руля, манипулировать вами, контролировать ситуацию. Это подходит любым лошадям, молодым лошадям. Если ваша лошадь, допустим, не не принимает еду, не умеет есть, это если это маленький жеребенок, если лошади нельзя давать еду, ну по каким-то причинам, все равно принципы, принципы кликер тренинга работают. Вы становитесь с вашей лошадью одной командой, и вы вместе что-то делаете. Любая лошадь этому обрадуется. Uh, у вас появится понимание с вашей лошадью, с вашей кошкой, с собакой, с самим собой на самом деле. И то, что я называю взаимной манипуляцией, на самом деле это партнерство. Это не что иное, как партнерство на взаимовыгодных условиях. Это не означает, что всю жизнь вы будете кормить лошадь вкусняшками и кликать ей, бегать за ней с кликером и кликать. Но если вы хотите всю, всю жизнь развиваться и обучать чему-то новому, возможно, кликер будет в ваших руках очень часто. И еще одно объявление. Этот вебинар, дорогие мои, посвящен семинару, который пройдет в Москве в Коне в Боре в мае. 15 по 18 мая. А также посвящен онлайн-тренингу на 8 недель, кликер-тренингу с моей поддержкой. Скажите, пожалуйста, слайды видны сейчас? Я, я убрала видео. Видны ли слайды? Если будет пять раз подряд звук пропадает, то точно у нас э, какой-то глюк. Но я ничего поделать не могу. Скорее всего, в записи все будет нормально. Итак, сегодня на вебинаре я вам расскажу немножко в глубину, чем полезен кликер-тренинг для лошади, для человека, чему учит человека кликер-тренинг. Какие возможности обучения на самом деле безграничные? Потому что лошадь можно научить чему угодно, в статике, в динамике, и не только лошадь. Поговорим, конечно, о безопасности. Хотя этот фундамент, эта программа, все знания в записи будут у вас в качестве подарка в качестве бесплатного вебинара и видеоуроков. Как быть со сложными лошадьми? Разберемся, типы, какие бывают типы сложных лошадей, как справляться с ними именно с помощью кликер-тренинга. И что делать, с чего начать, и что делать, если вы не знаете, что такое язык тела, законы природы, и вы не конник, но вы хотите уже заниматься с лошадью и заниматься кликер-тренингом, допустим. Какие базовые вещи должны знать каждая лошадь? Что делать со всем известным коневозом, потому что у многих погрузка в коневоз – это глобальная большая проблема. Я вам расскажу о нескольких способах погрузки в коневоз в зависимости от типа лошади типа восприятия людей и лошадей. А мы поговорим немножко о шоу с лошадьми, если кто-то хочет заняться творчеством и, возможно, как-то распространять мягкие методы, как вот моя идея распространять отношения не только взаимоотношения с лошадьми, но и те знания, которые дают лошади людям о самом человеке, я хочу распространять через шоу с лошадьми, через танец. Но это не цирк. Как показать реально, что у вас есть отношения с вашей лошадью, чтобы люди захотели развиваться. Вот о чем мы поговорим в разделе ⁇ Шоу с лошадьми ⁇ И сегодня <coughs> объявляется набор в группу ⁇ Кликер-тренинг с нуля ⁇ и набор на семинар в Коне в Бор в мае. Подарки, конечно, будут. И э, я вам отвечу на все ваши вопросы и расскажу, какие у вас есть возможности э, заниматься с лошадьми, если у кого-то нет лошади. В Москве есть целых три места, которые вы можете поехать и заниматься с лошадками. Ой-ой-ой. Так. А что такое кликер тренинг? Я вам сейчас, дорогие мои, не буду зачитывать цитату из Википедии. Что такое оперантное обусловливание Скиннера? Что такое бихевиоризм Скиннера? Об этом я рассказывала на первом вебинаре там даже два вебинара по три часа, теоретическая часть, то есть такое полное погружение в теорию у вас будет. Я просто акцентирую ваше внимание, не забыть взять записи этих вебинаров теоретических и видеоуроки, хорошо? Поэтому, что такое кликер-тренинг, я вам не расскажу сейчас, но вы все равно начнете понимать, что это очень нужная вещь. Чем полезен кликер-тренинг? Зачем нам им заниматься? Вы можете сейчас на вскидку сами написать, если вы занимались уже кликером, с кликером, с какими-либо животными, вы можете сами мне написать, чем полезен кликер-тренинг. В Москве эти три места по мягким методам работают. Mm -hmm. хорошие мои эти слайды я могу прислать вам по почте на память чтобы вы могли их прочитать на данный момент э эти слайды больше нужны чтобы я не забыла что я вам говорю хорошо потому что сказать нужно много поэтому я налепила вот, то есть у меня слайды не демонстрационные, хотя вот здесь Гриша сидит, да, это было на кликер выучено, а больше для меня такая напоминалочка обо всем вам рассказать, я вам их пришлю, если напомните, вот, поэтому у кого, кто занимался уже кликер-тренингом, у кого был опыт, пожалуйста, присылайте в чат, чем же полезен кликер-тренинг. А я пока расскажу свое мнение и опыт. Не наказываем животное, а работает позитивной мотива мотивации не из страха. Полезен для взаимодействия, легко доносит информацию. Быстрое поощрение одобрения. Да, быстрое поощрение одобрения замечательно но это, знаете, такая тонкая грань, как мне сказала одна ученица, лошадь можно погладить для себя, и вы знаете, даже покормить лошадь мож можно для себя, и кликер и еда не сработают, это уже да лошади нас более глубоко учат состоянием, вот и кликер тренинга не получится, если у нас не будет правильного состояния. И развитие умственной деятельности Заним... замечательно. Лошадь быстро понимает. Очень быстрое обучение, без сложных трюков, без принуждения. Замечательно, какие вы у меня собрались опытные здесь. Учит доверию между животными, подключает интеллект, помогает подкрепить то, что нам нужно именно в тот момент. Замечательно, заинтересовать, сконцентрироваться. Супер, супер ответы. Вы прям в теме, я вижу. Ну так, теперь прочитаю сложно доступные слайды. Во-первых, кликер тренинг, вообще кликер, занятие кликер тренингом с лошадьми или с другими животными, я в основном занималась этим с лошадьми, конечно же. Он обучает человека, и он полезен тем, что не нужно делать много лишней работы, не нужно слишком стараться и суетиться, мы экономим энергию, а лошадь сама думает и заинтересована действовать. Вот то есть он учит нас делать минимум движений ровно столько, сколько нужно либо вообще быть достаточно пустым да, и экономить энергию. Развивает мозг лошади. Это мотивация к развитию и обучению у самой лошади. Кликер-тренинг очень полезен тем, что во время обучения у лошади от природы выделяется дофамин. И чем больше мы обучаем большему количеству трюков или каких-то команд лошадь, тем больше мозг прокачивается и вырабатывает способность выделять этот дофамин. И лошадь подсаживается на познание нового, она хочет заниматься больше, у нее есть мотивация развиваться и быть с вами. Это очень сильная мотивирующая штука для того, чтобы лошадь хотела быть вашим партнером. У человека то же самое работает. Работа интеллекта гасит инстинкты, и это очень классно помогает нам перемещать, ну, частично перемещать внимание лошади с каких-то пугалок и делать ее смелой, обучать ее э, разным сложным ситуациям и держать контроль над ней. Потому что действительно, если мы э, если мы даем лошади задание, реально инстинкты гасятся. И таким образом у лошади появляется такой косвенный положительный опыт, что ее не съел этот грузовик или трактор, да, или парашют, или еще что-нибудь. Бывает, что раздражение из-за непонимания у лошадей рождается. Если вы маленькими репризами объясняете лошади с помощью кликер-тренинга задачу, вам легче объяснить. Конечно, любой мастер может объяснить и с помощью кликер тренинга и другими инструментами, тоже маленькими э, уроками, маленькими такими пазлами. Но когда э, у человека понимание э, и инструмент такой, как кликер, это очень точечно работает и очень быстро. А еда очень быстро связывает, э, включает мозг и связывает положительное ассоциации с этим поведением. И оно более вероятно формируется и проявляется чаще. Таким образом, вы формируете. Вот. И таким образом это сказывается на психологическом здоровье лошади. Лошадь более становится свободной и раскрепощенной. Когда лошадь получает схемы поведения с разными живыми существами, у нее появляется, как бы, скажем так, самоуважение, да? повышается, возможно, статус, статус в табуне. А, она перестает бороться. Два случая. У меня был, был маленький эльфик, есть такая статья «Мир вместо войны». Это понька, жеребец-убийца так называемый, маленький такой понька, я его реабилитировала. И да, нам нужно было пройти часть по законам природы с присоединением, показать ему границу, но как только он понял, что не с кем бороться, просто на взаимном уважении границ. Мы тут же перешли к кликер-тренингу, и он раскрылся. Он вставал на тумбочке, Ему там он настолько маленький был, что ему из-за денега не видно было других лошадей. Ему туда поставили тумбу. Раньше он яростно на всех кидался на, на кошек, на собак, на лошадей, на людей. Когда ему дали другие схем, схемы поведения и объяснили это через положительное подкрепление с помощью кликера очень короткими такими задачками он раскрылся и стал со всем миром общаться пользоваться можно сказать этим словарем мой эльфин, большой эльфин, после скачек, он очень пугливый был, он очень всего боялся, он был несчастный и ненави... ну, не то чтобы ненавидел, он боялся всех людей, особенно мужчин. Сейчас это самый смелый конь на нашей конюшне. И э, в том числе кликер тренинг помог ему реабилитироваться и как бы воссоздать свое природное достоинство созда... э, сознания. Кликер незаменим с жеребцами, согласна с вами, да, очень часто и очень эффективно, особенно если у нас есть всего несколько дней для реабилитации жеребца или для того, чтобы договориться с ним, кликер просто вот выручает. Это очень мощный инструмент. Вот лошадь получает инструменты, я вам сказала, и программы, как общаться с человеком. И э, таким образом мы можем социализировать любую лошадь, любой сложности э, с персоналом, да, с людьми, которые ухаживают с конюхами, э, с детьми, с людьми, которые приезжают к этим лошадям. Мы можем социализировать любой сложности лошадь с любыми людьми. Конечно, требуется время. Лошадь получает также кнопку контроля в ситуациях разных. Это экстренные ситуации, это ситуации на доверие. Она понимает, получая положительный опыт, понимает, как контролировать эту ситуацию. А мы показываем, как, например, стоять спокойно, когда мы делаем уколы или когда э, мы э, в расслабленном состоянии. Мы настраиваем лошадь на свое состояние и с помощью кликера подкрепляем это поведение э, лошадью управлять в экстренных ситуациях таким образом если у нее э, вот эти вот поставлены с помощью кликер тренинга сформировано поведение которое мы хотим и поставлены эти кнопочки так, так называемые условные рефлексы можно научить даже сбору лошадь э, ну то есть всему чему угодно просто понятие сбора я сейчас не буду объяснять да но любое движение физическое да, телом лошади оно состоит из определенной последовательности работы мышц и соответственно если мы понимаем как работает биомеханика лошади мы также можем последовательно объяснить ей как и что и когда включать чтобы достичь нужного упражнения я потом еще поговорю как можно формировать состояние сбора или какое-то сложное упражнение у лошади и с помощью логических цепочек и с помощью импровизации и игр. Напомните мне, потому что, по-моему, в это, этого в слайды я не вкладывала. И примерно несколько лет назад мне встретился видеоролик, как люди научили даже собаку водить автомобиль. Это реально, возможно, сложные цепочки в голове у животного. И лошади очень умные и разумные животные. Чем также полезен кликер тренинг. Это. Это очень глубоко, дорогие мои. Это философия и концепция отношений. Когда вы убеждаете, что это нужно не вам, о лошади и в кликер тренинге вы когда понимаете что это самое эффективное состояние вы потом применяете это состояние с любыми методами методами физического давления в законах природы когда вы провоцируете лошадь да и действуете уже на реальных стимулах и тем не менее вы по, ну, по лоши, в лошадиных играх доминирующих доминантных вы участвуете, да, не просто стоите с кликером и с вкусняшкой. Тем не менее вы используете это состояние, и лошадь понимает, что это ей нужно. Понимаете, вы как бы меняетесь ролями, и вы ничего не заставляете лошадь, а все время играете всю жизнь с ней в игру отгадайка, и лошадь очень втягивается в эти игры, и клю, это является ключ к мотивации лошади лошадь начинает активно искать вашего понимания сотрудничества с вами и нащупывать что вам нравится в динамике в статике и так далее и это уже выходит за грань простого клика и простого поощрения едой это уже перерастает в реальное отношение когда лошадь очень ценит вашу компанию и для нее даже становится вот верить нет не важен табун и семья. И язык тела для лошади, вот что интересно в кликер-тренинге и чем он полезен, он становится важным, язык тела человека становится важным не потому, что насквозь, не потому, что она боится столкновения с вами, а потому что она пытается угадать, что вы имели в виду, и она начинает быть настолько чувствительной, что вы буквально как из пластилина лепите все, что вы хотите, подсказывая с помощью клика э и закрепляя это поведение. И дальше творится просто волшебство. Некоторые лошади более тугие к этому. Я потом расскажу типа лошадей, на, на, на что они настроены в работе с вами и почему они вас могут не понимать в кликере. Но это действительно похоже на волшебство, потому что лошадь она все видит, она видит ваше тело, она чувствует вашу энергию, она видит, как вы идете на нее с хлыстом и с веревкой. Но если вы идете как лошадь, например, пройти насквозь, как доминантная лошадь в игре на доминирование, для... и она вам не верит, потому что вы не хотите в нее врезаться, потому что вы не уверены в себе, потому что у вас страх, она проигнорирует это. Но если вы будете играть с ней в кликер игру, она то же самое увидит и сочтет нужным похожий язык тела э, сочтет важным и попробует э, отгадать, пойти вам навстречу и отгадать, что вы имели в виду, несмотря на то, что вы это показываете не как лошадь, да, то есть она более лояльно относится к вашему языку тела и пластично. Это большой-большой нам подарок. например лошадь вот здесь я привожу пример лошадь идет в галоп не дожидаясь последней фазы не потому что вы ее так научили что она не хочет получить э, то что она врезается в ваше пространство а потому что вы установили условный стимул условный рефлекс и, и, и еще до этого потому что она поняла как здорово, какая она умница, как здорово, что она отгадывает ваши малейшие, ваш на, малейший намек на голоб, да, то, что вы захотели, можно сказать, мысль на голоб. Это вот бывают неуловимые состояния, которые, конечно же, нужно контролировать тем тренерам, которые работают с детьми. То есть это уже от вас зависит. Вам нужно понимать, на какой стимул лошадь у вас пойдет в голоб. Но если вы хотите работать с лошадьми, и на уровне мысли, то кликер очень вам в этом поможет. Возраст лошади не зависит на реакцию на кликер, если только у нее нету каких-то уже в мозгу необратимых каких-то, знаете, типа болезни Альцгеймера. Но я не встречала таких лошадей, они все очень умненькие же ребята, как только они принимают еду из рук человека, они очень быстро схватывают принцип. То есть они же все начинают жевать, в принципе, исследовать любые травинки, как только они понимают, что это вкусняшки, то они понимают этот принцип. Можно на почесушке же, ребят, ну тут почесушки они занимают более длительный промежуток времени, и же ребенок не всегда нуждается в такой ласке и груминге. А еда она практически всегда срабатывает в правильном состоянии человека. Поэтому как только же ребята узнают, что такое еда, можно с ними чему угодно научить. Цыпленка можно научить, рыбку можно научить. Поэтому уже ребят уж тем более. И собаку в любом возрасте можно научить. Так, Следующий слайд. А можно ли воспитать лошадь без доминирования? Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете? Ну, во-первых, конечно же, надо понимать, что такое доминирование. Очень многие люди, к сожалению, воспринимают доминирование как... Заставить лошадь сделать что-то силой, чтобы она терпела, пока ты это делаешь, а потом, когда ты ее отпустил, она как бы убежала, да. То есть заткнись и делай, если очень грубо, да. Делай, что я сказала, и так далее. Доминирование, суть доминирования не в этом. Если кто-то так понимает доминирование, то вот без этого всего, конечно же, можно воспитать лошадь с помощью кликер-тренинга, без такого доминирования, без, без силы, без грубой силы можно воспитать. Я воспринимаю слово доминирование как нечто сакральное. Доминанта это тот, кто самый умный, самый способный, самый э, самый способный взять ответственность за жизнь лошади, за табун, за свой табун, позаботиться о семье. Поэтому доминанта это доминант, э, лидер это тот, кого лошадь должна принять безусловно доверясь ему и э, кликер пока вы еще не умеете быть таким хозяином и доминантой кликер тренинг очень хорошо этому обучает человека потому что половина из нас сильные конники и лошади взрастили во мне такого такого конника я могу уже быть лидером и мамой раньше я не могла я была девочка такой божий одуванчик сю 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 да и пыталась просто как-то э, э, заниматься с лошадью как с собакой и лошади во мне это взрастили, но кликер меня научил очень многому. Как можно заботиться и объяснять лошади, что я о ней забочусь через вот этот кликер и еду. В принципе, еда это забота о лошади, да. Да, 23 года быстро освоила. Аля. Гуля Яновская, чтобы объяснить вам, как работает кликер-тренинг, чтобы вы поняли, вам необходимо посмотреть запись вебинара кликер-тренинг с нуля, которую я вам вышлю. Это два вебинара, по-моему, по три часа с видеоуроками, хорошо? А сейчас мы погружаемся в более глубокие причины, как это сделать. И я подвожу этот вебинар к тому, как начать первое знакомство со сложными лошадьми, с дикими, с молодыми лошадьми, с агрессивными лошадьми. То есть более такое поведенческое. Потому что мы готовимся к семинару в России, который пройдет в мае, и мы будем заниматься с жеребцами. Вот супер мысль про доминирование от Алексея Беркова. А, Алексей Берков пишет книгу. <laughs> если Алексей здесь, он сам вам расскажет, какую. А, он, смотрите, какую мысль сказал, что лошади, в общем-то, ну, Леш, прости, если я своими словами, лошади, в общем-то, они у них доминирование включается только в борьбе за какой-то ресурс. Это еда, вода, кобылы, личное пространство, какой-то кусочек под солнцем или тень наоборот, за какой-то ресурс. Когда лошади действуют сообща против кого-то или исследуют что-то, они не включают, как правило, так вот доминирование в понимании человека, да, потому что они просто распределяют роли, кто на что способен, кто более талантлив вот в этом действии, тот это и делает. И поэтому, когда человек ставит ставку только на лидерство в, в, в отношениях с лошадьми, особенно когда он ее заезжает для верховой езды, для лошади это непонятно, потому что она говорит, зачем ты все время пыжишься, зачем ты все время пытаешься доказать, что ты главный, давай уже вместе что-то делать, просто объясни мне, понимаете, и в кликере, кликер-тренинг именно этим процессом учит, когда мы вместе в одном потоке что-то с лошадью делаем и учит этим состоянием, это очень классная мысль, очень глубокая, вот, Лёш, большое тебе спасибо. Алексей Берков, ее автор. Является ли человек лидером, если обучает лошадь с помощью кликера? Ну, Смотрите, дорогие мои, конечно же, вот в понимании, что если вы обучаете лошади чему-то, что пригодится ей, что полезно для нее, вы уже лидер, потому что вы заботитесь о ней. Все. Точка. Если вы не можете, э, не можете охранять свои границы, если вы боитесь лошадь, если она вас толкает, если она отбирает вкусняшку, занимайтесь через забор, просто через забор. Когда границу строит за вас забор. Но вы уже начнете строить мостик к вашей лошадью и потихонечку вживаться в роль хозяина и учиться строить эти границы. Но вы все равно уже лидер, потому что вы обучаете из состояния позаботиться о лошади. И поверьте мне, очень многие лошади понимают, что вы делаете, и позволяют вам расти, и прощают людям очень многие ошибки, которые бы они не простили другой лошади. Есть ли в кликере границы? Так, моему же ребенку год. Милана, повторяю, вся теория последовательно в записи а, по кликер-тренингу. Я пришлю вам запись. Дорогие мои, на такие вопросы можете мне помогать повторять отв ответы. Хорошо, в чате. А Да, я всем пришлю, всем пришлю. Конечно же, всем. А, то, что вы не лидер и же ребенок не воспринимает вас всерьез, конечно, это может быть. Я рас расскажу сегодня, мы поговорим о технике безопасности и что может быть, если у вас в кармане вкусняшки и вы а, решили заняться кликером, но не знаете как а, и почему лошадь так себя ведет. Я дам вам схемы поведения, как сделать так, чтобы не было такого, чтобы это было безопасно. Обязательно. Вот сегодня об этом я расскажу. Есть ли в кликере границы? В границе в кликере это все про доминирование. Конечно же, есть, потому что я объясняю лошадью, что так оно не работает. Попрошайничество, тыкать морду моськой своей в сумку или меня толкать не работает. Нужно сделать что-то простое, что заставит меня кликнуть и сдать этот звук и из меня, можно сказать, вывалится вкусняшка, да? Как только лошадь понимает, что это гораздо проще, чем заниматься бандитизмом, она начинает соблюдать эти границы, вот. И таким образом вы можете и двумя путями соблюсти границы. Дальше я подробнее расскажу. Либо как реальный лидер, который имеет право на еду, либо объяснив лошади, что у нас другие правила, ты можешь эту еду получить гораздо легче. Включив свою смекалку, лошадь обязательно соблюдает в кликер-тренинге границу личного пространства человека. Есть ли право на еду и личное пространство? Об этом, вот как раз, я позже более подробно остановлюсь. Было такое мнение. Однажды на семинар ко мне приехала тренер, по... хорошая тренер, девочка очень по НХ с многолетним стажем. Я она выразила сомнение, что если она учит лошадь галопу на еду, на клик на еду, очень люди, многие еще путают, что такое обучение на еду и на клик, это разные вещи. Это взятка и это формирование поведения, договоренность с лошадью. Что я могу сделать, чтобы ты кликнула и угостила меня? Или, а ну давай еду, я же сделала галоп. Это разные вещи. Так вот, человек не теряет свою доминантность и лидерский, лидерскую позицию, если он угощает лошадь, поощряя ее за какое-либо поведение в динамике. Нет, это просто подкрепление, так чтобы мозг очень срочно связал с тем, что лошадь сделала очень классно, положительные ассоциации. Это очень мощный инструмент в нейрофизиологии. Сам человек никак, ни, никак ни капли не теряет своего статуса Лидера, если он начинает кормить лошадь в динамике, лошадь все равно будет даже она более четко и чутко может воспринимать язык тела, импульс и намерение человека. Поэтому не бойтесь работать с едой, но нужно, конечно же, четко знать правила по безопасности. Вот еще без доминирования. Смотрите пример. Ой, спасибо большое, что есть. НХ – это natural horsemanship или мягкие методики. Это пошло от Пат Парелли, и в России это называется НХ. Это э, нечто среднее между э, такими личными методиками, находками конников, вестерн-методиками natural horsemanship, мягкими методиками, кликер-тренингом и так далее. Все это называет, мы называем НХ. Будет работать кликер метод жеребцу, жеребцом, который работает, которому 15 лет. Будет надежда. Чуть попозже в конце вебинара я более подробно отвечу на вопросы. Хорошо? Итак, пример Дороти: я вам хочу рассказать очень интересную штуку. У нас есть доминантная кобыла, Доротина. И она не подпускала тренера девушку э, к области подпруги, она отбивала на то, что та ее пыталась седлать, и она отбивала на хлыст и так далее, она требовала всячески доказать, что та лидер, и вот, то есть нужно было ее поприсоединять, погонять, построить зону комфорта, доверие рукам и так далее, и так далее, все по законам природы, лошадиным вот табунным законам. Но что делать, дорогие мои? То есть это кобыла Доротина. Если ты не лидер, если ты не ее хозяин, и если ты не показал, что ты имеешь право на как бы на ее тело, она будет отбивать, если ты подойдешь и начнешь с уровня подпруги ее трогать во второй позиции, да? Тем более попу, тем более соски, тем более живот. И вот эта кобыла у меня поранилась. Это был несчастный случай по моей вине. Ворота, я пришла за ней заниматься и открыла ворота внутрь Левады. Такие длинные такие ворота. И, к сожалению, эти ворота, она начала выходить, и они начали закрываться. И эту кобылу я не уследила. Ее жеребец шуганул. И она перепрыгнула эти ворота и расцарапала себе живот. Вот к моему студу, по моей вине, это случилось. Как лечить эту доминантную лошадь, которая не то чтобы крайне не подпускает, а рана была, но ну, это была царапина, но все равно нужно было промыть, обработать и замазать левыми колем, и пробрызгать э, спреем. Представляете, она отбивает, а тут ей больно. И с помощью кликер-метода держи нос прямо за 10 минут, минут без доминирования. Я не могла ее гонять, у нее кровь на животе. Как я буду ее гонять и показывать, что я там что-то имею право какое-то? Нет, я просто ей объяснила, малышка, стой просто спокойно, и ты молодец. Она держала нос прямо. Упражнения нос прямо, они, ну, как бы, они есть в кликер-тренинге, онлайн кликер-тренинг, который на 8 недель. Возможно, он есть бесплатным, я сейчас не вспомню. Принцип простой. Мы подкрепляем то, что лошадь стоит и держит нос прямо. И этим она контролирует ситуацию. За 10 минут я ей промыла, забрызгала и промазала прям пальчиками ее раны. Понимаете? Вот оно. Воспитание. Да тут не воспитание лошади, а просто сотрудничество с лошадью без доминирования. Это очень такой яркий пример. Вот. Еще один пример Ферруллы, которая, как я говорю, победила самого Хэмфлинга. Это было пару лет назад, когда я созванивалась со с Клаусом Фердинандом Хемфлингом. Мы говорили с ним полчаса. Это был звонок очень лестно, бесплатный для меня, потому что ему было интересно, какую книгу я пишу про жеребцов. И я была просто в экстазе после этого. И так вот, Фирула, когда она позволила мне ее выкупать душу, она 2 лет, 20 лет она не мылась в душе, ну то есть человек никогда не дотрагивался до ее сосков всю ее жизнь. С помощью кликер-метода за 10 минут это, эту доминантную кобылу, альфу-кобылу, которая отбивала по своему хозяину длинными ногтями. Я промыла все их соски. А мне было ее, потому что очень жал жалко. Она после гор пришла вся в поту, вся в пене, и я ее вымыла. Вот таким образом, без доминирования, с любой сложностью лошадью можно договориться. Это же просто, дорогие мои, просто подарок нам. <кхе> Сейчас я постараюсь менее эмоционально говорить, чтобы не сорвать голос. <свы> Пример, когда нет амуниции. И то же самое, когда вы приходите, например, в поле каким-то образом у вас с собой оказалась там зеленка, спрей и какие-то медпрепараты, но у вас нет недоустка, нет, э, нет хлыста, нет развязок рядом, вам нужно срочно полечить лошадь, свободную лошадь, в любом месте, может быть, это клещ под хвостом там, да, и в любом месте, тоже нос прямо, кликер-тренинг, вот очень хорошо объясняет и же ребятам и любым лошадям. Конечно, если вы не знаете лошадиный язык, конечно, если вы не понимаете, что лошадь угрожает вам, если вы не понимаете ни язык тела, ни энергетику, свое состояние, то это будет небезопасно. Но когда вы уже понимаете, что за инструмент, и вы э, поработали над собой, и можете правильное состояние включить, то кликер-тренинг как э, кликер-метод, как инструмент, он просто ваша па палочка, чалочка, просто вот, ну, везде, во всем мире, с любой лошадью. Когда лошадь делает что-то излишнее, это просто процесс формирования поведения. Вы просто не закончили формирование поведения, и идет творчество лошадь активно ищет ответы. А как только вы сформируете поведение, да, и а, тут очень важно вариативное не, под, не подкреплять, на неправильно игнорировать, когда она инициативу проявляет делать только по команде, да, то есть если вам нужно, чтобы по команде, то есть и в конце концов вы устаканите определенный тип поведения и она уже не будет пытаться, потому что эта стратегия ей не будет уже выгодна. Сейчас она набирает статистику и думает, что нужно еще как-то поднажать, где-то что-то придумать. Это просто этап обучения, поэтому ваша лошадь что-то делает, и она не излишне делает, она просто очень старается. Дорогие мои, дорогие мои, напишите, пожалуйста, у кого не пропадал звук. Если есть люди, у кого не пропадал звук, то с записью все в порядке. Поэтому вы потом у кого не пропадал звук, кто все слышал, с записью тогда все в порядке, вы потом перелистнете на этот сайт в записи, на этот слайд. Хорошо, потому что иначе мы с вами, с вами на 4 часа тут задержимся, хорошие мои. Итак, Боль не важна, потому что мама и потому что кликер учит этому состоянию. Вот это тоже к тому, как я лечила доротину ее царапины, как можно любую лошадь полечить в чистом поле без амуниции кликер тренинг учит этому состоянию возможно вы с какой-то лошадью не будете потом с кликер тренингом делать уколы и лечить ей раны но она уже тогда поймет ваше состояние и не будет обращать внимание на боль не будет от вас шарахаться а доберется вам поэтому я всегда горой за кликер тренинг когда человек учится еще учится познавать лошадь и учится с ней договариваться потому что ну, очень он хорошо показывает Нужные состояния, которые э, лошади понимают по законам природы, по естественным законам природы. Конечно же, у себя в табуне они не занимаются кликер тренингом, но вы в курсе, что клик совпадает со снятием давления. Поэтому для лошади очень понятно, что в момент клика случается что-то хорошее, и лошадь учится этому, либо потому, что от нее отстали это когда мы с давлением занимаемся, либо потому, что после клика идет еще поощрение. Поэтому тут очень все законы параллельны и учат нас правильным вещам. Также без доминирования можно лошадь условно целовать в месяц, целый месяц в нос. Это я говорю о визгуше, я уже рассказывала о ней на других вебинарах. Это лошадь, которая нападала на людей, кому-то там откусила палец, и все ее боялись, она сидела в целый месяц. И Настя, ее, то есть, я предложила без гуши, когда она встала на свечу и отбила, когда ей хотела потрогать нос, я ей предложила дотронуться до моей руки. Когда она дотрагивалась, я кликала и давала ей сахар. И через 10 минут она позволила мне дотронуться до, до ее носа. И таким образом, вот Настя проходила мимо этой кобылы, и в конце концов зашла к ней, и о, они подружились, и потихонечку там уже началась дружба, партнерство и доминирование. То есть, если небезопасная лошадь, да, а вы не уверены в себе, или это не ваша лошадь, потихонечку можно вот без доминирования построить таким образом отношения. Вот. Конечно, если необходима реабилитация лошади, это можно сделать за несколько дней, на ходу Дороти не была обучена ранее, ну то есть она понимала кликер нос прямо, она знала там в табуне, но она не была обучена дотрагиваться до сосков и она достаточно табунная и дикая была. Это не важно, любую лошадь вот прям с нуля вы можете ей это объяснить. Это неоднократно работало на семинарах и с агрессивными лошадьми, и с э, дикими лошадьми, и, и с пугливыми то есть это все работает, будьте уверены. Если вы неправильно звук клика использовали, ничего страшного, проигнорируйте. Ничего страшного, что вы один раз не дадите лакомство после клика. Правила безопасности. Вот, если делать не до конца, вернитесь на шаг назад. Возможно, лошади сложно вас понять. А, смотрите, а, главная опасность в работе с кликером, с кликер-тренингом ну, с кли кликер-методом потому что у вас есть еда. Еда это ресурс. И если вы не являетесь лидером тем самым, который имеет право на эту еду. Лошадь попробует, попробует у вас отбирать эту еду, и это очень даже небезопасно. Смотря какая лошадь, да, но тем не менее молодые лошади очень даже могут это делать жестко. Поэтому у вас есть два пути. У вас есть два пути в этой небезопасной ситуации. Либо делать клики настолько простыми и частыми, что у лошади отпадет просто желание у вас отбирать еду и заниматься так называемым бандитизмом, как я называю, да. То есть она поймет, что гораздо легче нажать на определенную кнопочку, например, но прямом подержать или слегка голову наклонить, или дотронуться до чего-нибудь вот эти простейшие команды и из вас высыпется эта еда, чем давить на вас и как-то угрожать и толкать но здесь есть риски, потому что человек который учится, если между ними и, и ним и лошадью нет забора, если человек учится, он начинает тупить. как только он начинает тупить, у лошади начинает включаться инстинкт тогда отберу. и вот здесь риск. Поэтому если ваша лошадка такая, то попробуйте либо э, второй путь либо сначала, добиться уважения ваших границ. И опять-таки, если вы боитесь и, учите, и учитесь, то делайте это тоже через забор. Добро пожаловать, скачивайте в своем личном кабинете. Вы найдете разговорник лошадиного языка, где указаны все упражнения, где указаны все упражнения по установлению границ и доверия, лидерства и так далее и мини-курс, с чего начать. То есть вы таким образом, как только вы покажете лошади, что у вас есть право на еду и вы когда всегда сможете прогнать лошадь, вас не будет заботить попрошайничает лошадь или нет. Вы просто поставите границу и это самое безопасное. Но очень часто мы наоборот реабилитируем с кликером Вообще агрессивных лошадей, которые воспринимают давление очень негативно и сразу включается какая-то кнопка агрессии непонятной. И, возможно, тогда работать либо через забор, либо очень часто. Но очень часто кликать это не взятки, это просто показать лошади, что она очень просто работает, она увлечется в эту игру, но Подводный камень, если будете тупить, это небезопасно у лошади. Повторяюсь, может включиться инстинкт ⁇ Отберу еду uh... ⁇ дорогие мои, на вопросы, на вопросы я отвечу в конце вебинара, чтобы я не тратила сейчас время на чтение этих вопросов. Скопируйте, и в конце вебинара на слайде вопросы вы их, пожалуйста, мне пришлите, потому что иначе у нас будет разрыв, и я теряю суть, то, что я вам хочу донести, хорошо? Скопируйте, потом еще раз пришлите что делать, если лошадь злится? А, лошадь может злиться по нескольким причинам. Во время вот кликер тренинга у нас такая калони. А, а, либо человек тупит, она говорит: смотри, я уже повернула голову 10 раз уже повернула. Ну, гони вкусняшку, ну, давай кликай. То есть она начинает вас заставлять, как бы уже пере переходить потихонечку. Это если человек тупит. Следующая степень, следующая ситуация. Лошадь может злиться и даже отбить по человеку, если человек включает напряжение, напряжение из-за страха или напряжение, что лошадь, например, когда человек обучает лошадь уступкам на физическое давление с кликером, то есть типа, ну, это вроде как несовместимые вещи например человек пытается отодвинуть лошадь назад прикасаясь к груди вот и когда Человек напрягается, потому что лошадь его не слушает, а у человека находится еда перед ним. Это получается драка, и то, что человек начинает напрягаться в пространстве лошади, он как бы уравнивает себя в статусе с лошадью и дает ей этим напряжением право на удар ментальным напряжением, понимаете, ментальным, ну как бы уступай мне, и тогда я тебе дам вкусняшку. И вот если это происходит, еда является провокацией на, и вот это напряжение на драку, да, поэтому когда мы обучаем лошадь чему-то с едой и с кликером в пространстве с лошадью, мы настолько безмятежны, как будто у нас все, все, все границы, все доминирование, мы выше этого, чтобы лошадь думала, как заставить нас кликнуть, а не как уступить нам и бороться, да, то есть это немножко другие уступки больше на интеллект, они потом уже будут физические. Можно уступки сделать вполне нормальными, лошадь будет уступчива, и заход сделать через кликер-тренинг. Но если вы делаете именно через кликер-тренинг, в общем-то он вас учит нужной пустоте, когда вы работаете без вкусняшек, и без кликера, потому что когда вы уже добрались до тела лошади, через присоединение, работу над доверием рукам, вот, через заявку на уважение, границы, синхронность, следование, доверие рукам, вот сколько вам надо пройти упражнений, и тогда лошадь ваша будет уступчива, без всяких вкусняшек и кликера, да, и тогда вы тоже будете расслаблены, а если вы будете напрягаться, значит, вы не прошли присоединение, понимаете? И в кликере то же самое. Лошади непонятно, что вы пыжитесь, у вас еда, и вы в ее пространстве пыжитесь. Значит, она вас не слушается, значит, вы не такой уж и лидер, значит, с вами можно побороться, еще и отобрать еду. Поэтому лошадь может злиться, либо вы тупите, либо вы напрягаетесь. Вот, напряжение может быть либо из-за страха, либо человек начинает бычиться, как бы, ну давай, особенно с жеребцами, жеребец тут же встанет в свечку, вместо того, чтобы за еду уступить, как многие думают, да, то есть очень важно состояние человека, если человек приказывает, приказывает, это не кликер метод, то есть сделай, молодец, и клик после этого. Клик после упражнения это не кликер метод, и приказ никакой, как бы к кликеру никакого отношения не имеет. В кликере лошадь отгадывает и связывает определенный символ. Это может быть зеленый светофор, это может быть подмигивание вашего глаза, это может быть команда стоп. Да? То есть э, неважно, какой стимул, вы связываете с определенным поведением лошади, но это точно не приказ. Приказ подразумевает, что если его не выполнят, то додавят, чтобы выполни, выполнили. Э, поэтому лошадь может на приказы злиться. Это то, то, то же самое та же область, что у вас еда, и в пространстве лошади вы, если вы лидер, вы не, до, не должны напрягаться. И, как я уже сказала, реабилитация самых опасных лошадей как раз идет через кликер-тренинг. И об этом я рассказываю в книге «Как воспитать лошад... жеребцов» про жеребцов так называемых убийц. И у меня уже написана об этом статья. Это очень быстро происходит с помощью кликера. Как работают законы природы? Большое вам спасибо за обратную связь, что у кого-то есть звук. Большое спасибо. Я рада, что не у всех пропадает. Итак, как работают законы природы и, собственно, что такое законы природы? во-первых, это ваши как э, ваше тело, разум и намерение то есть что вы делаете, как вы делаете это телом и э, образ того, что вы делаете, да, эмоция ваше состояние, энергия в кликер тренинге, то есть э, в, в чистом кликер тренинге вроде как вы ничего не должны делать, вы должны просто наблюдать и в зависимости от того, что лошадь сделает, крикать и подкреплять. Но вы же можете как бы косвенно создавать условия, да, и как бы нечаянно провоцировать лошадь на что-то и это подкреплять. И тогда лошадь на самом-то деле, она будет намеренно рада любому, любым вашим подсказкам через язык тела. Поэтому у нас то, что работает на присоединение в законы природы, то, что работает с лошадьми в табуне, тело, наше намерение, наше состояние эмоциональное, образ, то, что мы хотим, решение, когда мы намерение создаем, наш импульс и разум, все это в кликере, оно срабатывает без энергии и, возможно, без тела, да, то есть у нас есть картинка в голове, и мы знаем, как поставить эту как сформировать это поведение и дальше уже мы просто формируем и подкрепляем когда лошадь вот нащупывает энергию мы добавляем уже в готовое поведение чтобы был огонек вот и что такое закон законы природы в присоединении? Это наблюдение, заявка, построение границ, положительный опыт и комфорт вместе. Смотрите, когда вы работаете с лошадью, например, вы учите ее ну, простому повернуть голову направо. Вы при этом проходите все стадии присоединения, и наблюдений, и заявка потому что вы говорите: не попрошайте у меня еду из э, сумки, вы получаете положительный опыт, потому что лошадь нащупывает своим носом, что где-то правее, где-то клики находятся. Вот. И вы получаете этот свой комфорт вме вместе и проживаете. И таким образом, лошадь может присоединиться к вам только потому и, и пойти за вами, исследовать вам. Только потому, что она прошла такие микростадии присоединения, наблюдения, заявка, границы, построение зоны комфорта, положительный опыт. Вот. И что такое комфорт в данном случае? Это не только еда, это может быть энергия, ваше эмоциональное состояние, радость, удовлетворение потребности лошади познавать что-то новое. И вот эти самые эндорфины и понимание лошади от того, что вы хотите. Очень интересно, вот в Википедии про Скиннера, про его метод в бихевиоризме написано такой фразой, что Формирование поведения по Скиннеру очень похоже на эволюцию. И это действительно так, потому что лошадь, собирая статистику кликов, она нащупывает самое выгодное свое поведение, и таким образом вы формируете то, что вы хотите. Да, будет запись, будет чему еще, какие законы природы э, показывает нам кликер-тренинг? На самом деле щедрость во всем. Терпение и время. Когда мы занимаемся с лошадью клик, кликер-тренингом, эти сессии могут быть очень короткими, 5 минут. Да, 10, 5, 10 минут. Для продвинутых лошадей это могут быть разные несколько упражнений. Но внутри вот этой сессии мы прям очень терпеливо. Мы... Наше время как бы бесконечно. Мы отдаем лошади все время. Мы говорим ей, что мне это не нужно. Сама ищи, да. Но если попросишь, я могу подсказать. Очень... То есть щедрость на время идет. Щедрость на клики и на морковку в начале, в завязке в это формирование поведения. Потом, когда вы уже поймете, построите отношения с лошадью, у вас могут быть... Щедрость на подсказки на провокации, а это уже будет ре реально давление, но лошадь это не будет воспринимать как давление как таковое, а будет радоваться ему и нащупывать, что вы от нее хотите, вот. И э, законы природы, вот эти вот сакральные, да, отсутствие желания результата, э, творчество жизнь вместе в одном процессе, состояние потока, это все такие вещи, которые вроде как обычные, но это не дрессировка лошади, понимаете, это не дрессировка, это формирование поведения во время взаимного сотрудничества. Также у лошади просыпается азарт, когда вы занимаетесь кликером. Если кто-то проходил, встречал такое, можете написать, когда лошади интересны сами клики, и она уже не жует морковку, она ее либо не берет даже, либо набирает полный рот морковки и забывает жевать, потому что ей интересен сам процесс вот, и на самом деле такие лошади, они уже, как бы это, если поведение сформировано, уже не надо никакой, никакие клики и морковку, ну, эта лошадь захочет чему-то новому обучаться, то есть у лошадей просыпается азарт познавать и понять вас, и развивается интеллект, вот, как нам объединить динамику и законы природы по табунному с условным рефлексом? Мне, например, вчера я озвучивала, у нас есть обучение в школе счастливых лошадей, называется интенсив в гармонии с лошадью. И вот одна девушка с кобылкой Тиверий сдавали вчера видео отчет по динамике но динамику они разучили на кликер, и это было очень видно. То есть лошадка бегала на круг, высылалась, высылалась легко в рысь, и высылалась легко в голов, но совершенно четко она делала, то есть лошадь может делать одни и те же упражнения и включать разные половинки мозга, левую и правую полушарие полушария. <coughs> полушария. И э, в этом отчете четко видно было, что лошадь думает, и, и что она э, на условный сигнал, а не потому, что язык тела и импульс. Как это объединить? Если объединить присоединение и объединить то, что лошадь начала понимать наш жест, который мы закрепили на клике, получится более интересное общение это как знаете как карточный домик это мы уже объединяем это мы уже заходим за рамки крикера потому что только крикер он не так интересен потому что мы если мы потом не будем использовать вот эти все законы природы импульс язык тела нашу энергию да, всякие провокации и вот эти игровые ситуации лошадиные и поэтому это было немножко не динамика это был больше отчетный интеллект а упражнение Круг высыл на круг, высыл на импульс в рысь. Это же тоже можно на кликер сделать, да. То есть лошадь говорит: я отгадала, это похоже на рысь, но в природе, возможно, бы она не убежала, потому что на сенсорик танчик она бы от этого не ушла, не пошла в рысь. Когда мы это объединяем вместе, получается очень круто. Поэтому и там уже горизонты у нас просто бесконечные по развитию знания друг друга и обучению лошади. Да, желать забывает, заигрывается. Здорово, что такое есть у вас. Значит, процесс пошел классно. А... У вас есть э, риски, если вы... Так. Когда у лошади работает левое полушарие, и вы обучили чему-то лошадь на кликер, вот тоже интересно например, круг делать на кликер, у вас есть время на подумать, а где мои руки, где мои плечи, где мои ноги, а что с моей энергией, а лошадь в этот момент на кликер просто наматывает круги, наматывает, наматывает и ждет, когда вы кликнете. Она абсолютно работает на интеллект, у нее другое полушарие работает в этот момент, не потому что вы, как вот по парели, выжимающие, там, игрой ее двигаете а если вы лошадь двигаете на присоединение, на насквозь, уйди с моего пути, ну иди праве, правее у лошади, будет работать другое полушарие. Но если вы будете э, все как бы э, козыре, как бы. Э, на кон ставить именно присоединение закона природы язык тела, но вы не умеете еще быть лошадью, вы не умеете э, э, предугадывать и реагировать так же быстро, как лошадь. Лошадь животное жертва реагирует быстро, вам будет сложнее. А кликер, если вы задействуете интеллект лошади, он позволяет э, вам дает фору, то есть лошадь сбрасывает как бы со счетов то что вы еще не умеете достаточно правильно быстро двигаться и ее выдвигать вот она понимает суть задания и вы у вас есть как бы время потупить и поразбираться со своим языком тела это очень интересно очень классный бонус от кликера вот и получается вроде упражнение одно а мотивация лошади его делать они разные и разные э, доли мозга работают это очень интересно. Так, следующий слайд. И поощрение едой, польза или вред. Скажите мне, пожалуйста, есть ли кто-то среди нас, кто считает, что поощрение едой как-то вредно? Потому что, согласитесь, есть такие мнения, когда... Например, люди говорят, это лошадь делает, потому что вкусняшки есть в кармане. Я хочу дружить с лошадью, а не быть ходячей сумкой. Лошадь не любит меня, а любит еду и клянчит вкусняшки. Вот, наверняка вы встречались с таким мнением, да? И мне также понравилось, как кто-то сказал, я не верю в вкусняшки, что это работает, что можно сформировать поведение. Алексей Берков ответил на это, что э, вкусняшки это не религия, в них не надо верить, но нужно просто понимать, как работает нейрофизиология. Вот. Что касается, конечно, для мастера, для мастера неважно, есть у него вкусняшки в кармане или нет, он все равно знает, как обучить лошадь чему-либо и объяснить что-либо. Просто кликер тренинг как инструмент в каких-то определенных ситуациях может быть очень и очень эффективным. Вот. А по поводу по поводу того, что лошадь со мной не дружит, меня не любит, а любит еду. Ну, когда мы приглашаем друзей к себе домой, мы же покупаем торт, мы же делаем им что-то приятное. Это просто благодарность. То есть человек, когда зацикливается на чем-то одном, либо там на вкусняшках, либо на давлении, есть люди, которые, наоборот, только вкусняшками, они не знают, как слезть. И это тоже не кликер. То есть это все крайности. Не нужно ничему придавать излишне важное, важное значение. Необходимо просто понимать, именно как это работает. Вот. И если лошадь возбуждается на вкусняшке, да, правильно делать, правильно, Оль. Да, когда кормят с рук и уже ребенок включает а, а, отобрать вкусняшки, это, это получается каша и ерунда. Лошадь превращается в крокодила, которая охотится за руками. Именно поэтому нужно а, либо кормить, чтобы лошадь кормил тот, кто имеет право на еду и личные границы по хозяйски, либо тот, кто обучает же ребенка и дает еду четко по правилам кликера, то есть после условного подкрепления, после клика выдается еда. Тогда же ребенок будет искать, что мне сделать, чтобы ты кликнул, чтобы накормил, а не отбирать еду. Когда э, лошадь... Лошадь что-то сделает так очень хорошо, у вас нет с собой вкусняшки, вы можете поблагодарить ее эмоциями, грумингом, э, каким-либо комфортом, который ей в данный момент нужен. Э, надо тут просто понимать, что груминг не всегда нужен лошади. А, является ли еда основной мотивацией лошади? Очень-очень интересно, ну вот инстинкт и еда, я вам рассказала, что включается, да, у лошади инстинкт отобрать еду, и опять-таки, если у лошади срабатывает инстинкт бежать за табуном, убегать от хищника, да, какой-то страх, она не будет заниматься, она, ну, то есть, это не важно будет, что у вас еда, лошадь убежит, и это последнее, как бы, дело комфорта, последняя составляющая комфорта – еда сама. Очень интересно, на Кипре случается, когда приезжают тренера, которые привыкли работать без еды, они думают, что с едой-то у нас вообще сейчас очень легко все полу получится. А не тут-то было, потому что лошади на Кипре, здесь, на Кипре, они настроены на человека. И если человек будет неправильно давать давление, они не будут отвечать. И если человек будет в неправильном состоянии, лошадь вот как пить дать, свалит от человека с сумкой с едой, потому что она свободна, у нее у есть табун, у нее есть поля э, и трава зимой, тем более. И даже если нет травы, э, ну, на Кипре просто зимой трава. А летом все выгорает. И даже если нет травы, сумка не является сумка с едой, не является гарантом, что лошадь будет с вами. Поэтому еда не является основной мотивацией лошади. Тут действует все в купе. Самое главное это состояние человека. Лошади должно быть комфортно с человеком. Вот. И кнут не работает. И кнут не работает. И еда сама по себе не работает. Главное состояние. Почему конники считают, что еда портит лошадей? Потому что у лошади повторюсь, включается инстинкт отобрать еду. И если человек не шарит, что, что это такое творится вокруг него, не понимает лошадиного языка, он автоматически становится лохом, которого <coughs>, лошадь начинает гнобить. И, конечно же, это небезопасно. На самом деле, если вы сделаете упражнение так, что лошадь вообще не будет обращать внимание, есть у вас еда или нет, если вы ее не кормите, не хотите кормить, не кормите все, вы эту проблему решите раз и навсегда. Поэтому конники правильно так считают, потому что есть подводные камни, да, человек не понимает, как работать с едой, видит, что лошадь начинает кипятиться, злиться, вот, еще бывает, что лошадь возбуждается на еду, почему лошадь возбуждается на еду, потому что еда очень классно включает Нейромедиаторы вот эти вот дофамин, да, она выделяет дофамин, появляется возбуждение, мозг включается. Это очень хорошо, что лошадь возбуждается, потому что у нее очень четкие вырабатываются ассоциативные связи. Но как же быть с лошадью, которая прям трясется на эти вкусняшки, она уже не думает, она просто трясется от, от вида еды? Что делать? У меня есть ответ на этот вопрос. Как я справлялась с таким поведением? эльфик ко мне пришел голодающий после скачек, его просто не кормили очень долгое время, списали и не кормили, видимо, как-то экономили на нем. Вот он трясся на вкусняшке. Поэтому я его просто откармливала <laughs> месяц где-то, откармливала, когда увидела такую реакцию. И когда он поспокойнее стал относиться, мы уже занимались кликером. А здесь и другая история была. Ее колбасила очень сильно, возбуждалась она. Вот мы делаем какие-то простейшие упражнения, и вот она прям на месте Топталась, прям ее трясло, она ну, по локоть засасывала мою руку. вот, И э, невозможно было заниматься, но потому что она переставала реально думать. Она очень возбуждалась, что я кликаю. Она эмоционально реагировала и, и переставала думать. И я ее все время гоняла. Иди пробегайся, иди пробегайся. И это срабатывало вот она пробежит пару кружочков головом, это срабатывало, а потом бац, и опять она возбуждается после второго, там третьего клика. Тогда что я сделала? Мы учились с ней. Ну, если кто-то знает эту историю, послушайте еще раз: кто не знает, это важно, дорогие мои, это важно научить лошадь саму контролировать свое состояние, чтобы. Заставить человека кликнуть, чтобы дождаться клика. А как у нас это получилось? Это было упражнение насаживание на хвост. И поскольку Дейзи была очень возбужденная, она просто бежала задом наперед, за своими задами мне в лицо. Просто бежала. Мне как-то было так стрёмненько Поэтому, как только у нее начинался мандраж, я засыпала и давала условный сигнал насаживание сначала у плеча я не уходила перестала уходить в попе а, только исключительно когда она успокаивалась и она поняла пока она не успокоится никакой игры не будет. И представляете, она научилась сама контролировать свое состояние, потому что это было в ее интересах. Не надо было бороться, не надо было говорить, ну, сдуйся, да, кричать и как-то излишки энергии, динамика избавлять. Нет. Она поняла, что это в ее интересах, и она сама очень быстренько включала нужное состояние для того чтобы э, заработать клики вот поэтому это же можно не только в осаживании, это в любом упражнении можно объяснить лошади она меня в тот момент так научила а, так пример с Дейзи рассказала. А как все время не, не поощрять лошадь едой? На этот вопрос есть глубокий такой замечательный ответ э, в другом вебинаре, запись которого вы получите по полностью в структуре, э, да, как, как идет тренинг, кликер тренинг, вы получите там всю теорию. И я лишь э, упомяну, что чтобы не поощрять все время лошадь едой имеется в виду, как все время не кликать и поощрять едой, вы по мере формирования поведения включаете вариативное подкрепление, то есть иногда лошадь не знает, когда, на самый лучший, сначала для формирования самого лучшего качества, потом для подкрепления этого поведения, а потом уже готовенькое вставляете в цепочку и лошадь как бы, не... и уже вы можете кликать вариативно в конце этой цепочки, в середине, в цепочку разных поведений. Например, голоп, рысь, шаг, да, и вы делаете шаг, рысь, голоп, голоп, шаг, голоп, остановка, да, и лошадь не знает, когда вы... По подкрепите то есть она все это уже доп, допустим умеет делать и не знает когда вы подкрепите и таким образом дальше уже вы можете абсолютно провести занятия но какие-то вот цепочки полностью сделать в потоке с лошадью ни разу не кликнуть потому что все эти поведения вы сформировали лошадь не нуждается в объяснении кликом уже и дальше мы уже играем в потоке это очень интересная штука тоже вот и э, по поводу еды а также срабатывает сакральный закон, как я его называю, это благодарность. Очень, это очень легкий вход, кликер тренинг и э, поощрение едой после клика э, для того, чтобы лошадь поняла, что вы благодарны даже за самое малое. И это очень классно учит благодарности человека, потому что когда он еще не умеет быть лошадью, когда он не может поблагодарить лошадь комфортом, грумингом, нормальным пониманием, что он хочет, языком тела, своей энергией, эмоциями, когда он всему этому учится быть понятным лошадям то остается еда, но просто еда, небезопасно. А вот с такими, в таких играх ⁇ Отгадай, что я хочу ⁇,⁇ Отгадайка ⁇ она очень интересна для лошади. И человек очень легко может таким образом поблагодарить лошадь. Вот. И э, лошадь, лошадь э, начинает такие диалоги, что я могу для вас сделать чтобы мы см смогли с вами сотрудничать. Вот. Когда, да, лошадь запомнила, что вы в одном определенном месте даете вкусняшку, это и называется вариативное подкрепление. Вы э, подкрепляете полтора круга, круг, пять кругов, три, лошадь никогда не знает где. Как только вы сделаете программу, лошадь будет всегда там останавливаться, как вот на автобусной остановке, поэтому следите за своими программами. Э, с чего начать? Как же воспитывать лошадь, когда сам ничего не умеешь? У меня есть великолепный пример, как одна девушка воспитала свою лошадь через забор. А через два, где-то через два или три года она ездила уже на этой свободной лошади в лесу. Представляете? То есть ее лошадь взрастила до хозяйки, до лидера и до всадницы, свободная. А начинали они просто рысью вдоль забора. Поэтому, чтобы, если вы ничего не знаете и не умеете, но хотите, занимайтесь через забор. Но лучше, конечно, лучше будет всего начать с разговорника лошадиного, чтобы вам немножко лошадиную суть понять. Но также можно просто... У меня есть кликер, онлайн кликер тренинги, который вот сегодня группа собирается. Uh, старый урок с Наташкой, с Натали Как раз мы там с ней занимались Это Она была молодой лошадкой И мы с ней занимались на остановке у плеча И я специально записала тот урок Чтобы показать, что у лошади Могут включиться как, Несмотря на то, что часто еда Часто клики, Могут включиться все же инстинкты И она начала так uh, бочить И угрожать мне Что, а ну давай кликай быстрее, то я тебе сейчас это по, попе прилетит тебе. Вот. И э, мне пришлось включать законы присоединения и насквозь уважение границ и потом уже отрабатывать с ней остановки. То есть во многих случаях э, нужно комплексный, нужен комплексный подход по методике, то есть не только кликер. Но, тем не менее, с кликером тоже все возможно. Возможно, ваше тело сначала научится, вернее, разум следит за кликами. Вы даете ему задание быстро кликать, когда вы понимаете схему, саму программу, к чему вы учите лошадь. Вот. И ваше намерение рисует образ, что вы хотите, когда вы лошадь научаете, уже дальше следует за этим ваше тело. Возможно, если вы новичок. Вот, потому что когда две системы человека лошадь, очень сложно держать внимание сразу на все, если вы обучаетесь. Поэтому настраиваем, как у меня было с леглосом. Сначала я настроила лошадь, а потом я разбиралась самой собой и с границами нашими тоже пришлось, конечно, не разобраться. Зачем же нам лошади учителя? Вот учителя, которые на семинарах потому что они вам позволяют испытать э, те упражнения, побыть в этом пространстве, в этой реальности, как будто вы лидер, когда лошадь вокруг вас галопит, когда лошадь активно делает динамику, и вы в этот момент, не зная, как быть таким лидером, вы постигаете, вы постигаете э, свое тело, свой импульс и подстраиваетесь под лошадь. Лошадь позволяет вам это делать с ней несмотря на то, что вы еще только учитесь быть лидером. Вот для этого нам нужны на семинарах лошади-учителя. Чему учить лошадь? Напоминаю, что я вам сегодня дам запись э, вебинаров и видеоуроков по кликер-тренингу, где полностью методика кликер-тренинга, вот прям от А до Я, вам станет все понятно, как как вот с чего начать, с какого упражнения, как, где взять кликер и так далее. Поэтому сегодня это такой, знаете, вход в мотивацию, зачем нам заниматься кликером. И также вас ждет еще, вас ждут слайды, где я буду подробнее останавливаться на сложных лошадях. Итак, базовые фишечки это нос прямо. Вот, например, на этой фотографии я лежу с сельфиком, и это тоже некое производное упражнение нос прямо. Нос прямо, только лежа. И таким образом, когда я приучаю лошадь, то есть это можно приучить на расслабление, на доверие. Рукам, да. можно, если лошадь пугливая, такая, как Эльфик и Дези, у меня они были очень пугливые после скачек, безумно боялись хлыстов у людей. Лошадь думает, что она держит нас прямо, контролирует ситуацию. И я потихонечку работаю над доверием. Вот, тело, базовые фишечки, базовые команды, которым мы учим на кликер. Например, вы хотите купить жеребят? или э, привести молодых лошадей, или встречайтесь, вам нужно с дикими лошадьми э, наладить контакты, или с какими-то новыми лошадьми, вы тренер, допустим, на конюшне, вы можете работать с лошадьми по направлениям тела, пространства и предметы. По поводу тела лошадь делает нос прямо. Во время этой команды вы можете лошадь чистить, седлать, укладывать, верхом садиться. Вот. Вы можете просить, научить лошадь опустить голову. Это тоже чистить, лечить. А, кстати, нос прямо – это лечить. То есть лошадь, она погружается в состояние осознания своего тела, что она делает своим носом. И таким образом вы ее загружаете делом и сами делаете разные манипуляции с ее телом вот можно научить опустить голову это вот базовые команды шап это поднимать ножки чтобы расчищать просто ноги и там крючковать и прими уступочки разные научить лошадь можно именно с кликером бывает это гораздо безопаснее с кликером чем без кликера. Ну, тут уже тут уже есть нюансы. Вот пространство, когда вы базовым вещам в пространстве учитесь, это, например, просто проходки вперед, стоп, назад, Особенно если, допустим, у вас нет времени на присоединение лошади. Если по то а по какой-то причине лошадь может быть кидается на человека, который идет рядом, или если это дикая лошадь, или если вы не знаете, как вести за собой лошадь, не знаете, как присоединять, как работает синхронность, вы можете просто как инопланетянину объяснить лошади вперед, стоп, назад круг и высыл на круг, вы тоже можете объяснить любой лошади очень быстро. Ведь если вы возьмете учебник, по-моему, по цирковой дрессуре, как научить лошадь работать на корде, там они говорят, что нужно взять одного человека, кордового и другого человека, который будет водить, тупо переставлять ноги лошади, как бы водить вокруг этого кордового, да? А на самом деле круг можно очень легко научить на кликер, просто э, э, дожидаясь либо, когда лошадь уйдет, либо подключая немножко язык тела, высылая лошадь из личного пространства. Очень легко научить любую лошадь любого возраста. Вот. И э, также вы можете научить лошадь смелости и доверию в разных ситуациях с предметами, там, с уколами, не знаю, с водой в узких пространствах, коневоза и так далее. С коневозом мы сегодня погрузимся, там, в методы погружения лошади в коневоз. И также нос прямо, как лечить лошадь, если нет развязок, она свободна, боится и отбивает. Это вот пример Дороти, которая себе поцарапала живот, перепрыгнув ворота. И, э, то есть. Пример любой лошади, в которой вы увидели рану, и вы просите ее стоять, держать нос прямо, пока вы гладите ее, пока вы делаете какие-то манипуляции, просто стоите и потом раз, в том числе и полечили. Для лошади не важно, что вы сделали ей больно. Это будет, как знаете, веточка дотронулась до ее раны. Она не испугается веточки. Главное тут состояние ваше. А лошади для ее огашения инстинктов и для того, чтобы она была занята она будет решать задачку о я держу нос в этой точке пространства и получаю клики с морковкой какая я крутая вот а как же научить сбору лошадь с помощью кликера галоп рядом стоп с галопа подвод зада зеркало на руку что такое зеркало на руку это когда лошадь например бегает вокруг вас или вы там стоите может быть на расстоянии от лошади. Если вы опускаете руку, лошадь опускает голову. Если вы приподнимаете руку, лошадь приподнимает голову. Если еще выше, она приподнимает высоко, чтобы выйти в голову. Если вы немножко как бы сжимаете назад руку, лошадь начинает осаживать, подбирает да Это все можно научить очень легко на кликер, очень четко. Лошадь буквально становится пластилиновой в ваших руках. Вот и ну, с какого возраста учат сбору? Вы можете, дорогие мои, это такой большой-большой материал на семинар гармонии с лошадью или интенсив гармонии с лошадью. Сам сбор, он достигается там после пяти лет, но вы всю жизнь с самого раннего возраста начинаете этим заниматься, потому что вы начинаете бегать же ребенком и останавливаться, а это уже разработка мышц, которые отвечают за сбор, да, то есть это и ноги, мышцы ног, мышцы задних ног в том числе, и Система мышц, которая тормозящая, и, господи, еще не в теме сбора. Когда лошадь отталкивается, да, и когда тормозит, две системы работают, да, и, соответственно, вы прокачиваете задние ножки во время в то время, когда вы с лошадью занимаетесь динамикой, синхронностью, пока вы ее воспитываете, она с вами растет, пока вы с ней бегаете змейками, вы тоже занимаетесь подготовкой к сбору, пока вы сделаете уступочки хотя бы для того, чтобы она уступила вам в конюшне почистить мал маленькая лошадка же ребенок, вы тоже занимаетесь подготовкой к сбору, потому что нагнуть начинает, шею опускает и так далее. Любое упражнение, какое вы не возьмете, это подготовка к сбору и обучение сбору. Это же, ну, то есть это большая тема, это э, расслабление, баланс, распрямление, прокачка мышц. Но сам сбор начинается после четырех лет, после четырех до четырех это всего лишь базовая такая подготовка, все, что лошади делают в табуне без особых таких прям нагрузок толчковая опорная система вот что я про задние ноги просто вот сейчас не, не в том не в том потоке euh, поэтому чтобы научить на кликер на кликер лошадь сбору вы можете совершенно точечно, моментально маркером, кликер как маркер, показывать лошади, что вы хотите. Более того, смотрите, остановка – это залог сбора. Когда лошадь готовит задние ножки остановиться во время галопа, или когда она готовит задние ножки, чтобы оттолкнуться на темп галопа, она их подводит. И если вы зафиксируете это ее состояние кликом, она запомнит это, если она понимает, что такое клик. И вы таким образом можете лошади показать, что она заинтересована собираться, чтобы ожидать, когда вы дадите сигнал на остановку, вы прикрепляете через кликер этот сигнал ассоциативно, да? а когда вы даете сигнал на голову. и все, и лошадь у вас начинает собираться сама, не потому что вы так ее пыжите там где-то, подтягиваете да, или с помощью амуниции, а потому что она сама готовит свое тело к этому, потому что она заинтересована выполнить какую-то задачу в пространстве. Вот, шея опытного тренера, дорогие мои, это очень опасная штука в руках человека неопытного, потому что как только лошадь устает быть в этом самом сборе, у нее же не прокачаны мышцы, она же, она же еще не готова к этому. Как только она устает, и начинается отрицательное подкрепление состояния сбора, и ей больше не хочется туда возвращаться. И она начинается бороться с, эти, с этой шлией, с этой амуницией и прокачивать мышцы сопротивления. Поэтому давайте мы здесь будем говорить о разумных вещах. А вот крикер тренинг он как раз позволяет научить лошадь всему, что делает высшая школа, именно на свободе. Это самое классное. Шлия может подсказать, но в принципе, если вы научились объяснять лошади на свободе, вы не нуждаетесь ну, в костылях, скажем так. И поэтому амуниция это только любая вообще амуниция, это только для опытных мастеров, иначе вы будете злоупотреблять и сформируете не те мышцы. Итак, ну примеры там, что может лошадь сделать в сборе, стоп с галопа, плечом внутрь, прямое сгибание, выдерживать ритм, ритм можно подкрепить на кликер, вниз вперед, там, например, испанский шаг, любое движение, любое можно разучить на кликер. Вот, если знаете, то ради бога, но ну, это к кликеру не имеет отношения, Сергей. Если вы у вас есть какая-то идея по относительно кликера и шли, то спрашивайте только в конце вебинара. А, и вот мы подошли с вами к самому интересненькому и вкусненькому типу лошадей и людей. Ну, во-первых, вы уже, наверное, знакомы с соционикой, да, соционика по Карлу Юнгу, который преподавал Алексей Берков, которую я у него как бы взяла немножко по... своими словами пересказываю, как обучаются в кликере лошади разных типов характера. Но сегодня я вам больше не про это хочу рассказать, а больше про то, на что вы должны обратить внимание, когда вы обучаете лошадь, неважно даже кликером или нет, и вы не можете объяснить лошади. Смотрите, я вам давала подсказку в начале вебинара, когда спрашивала вас, чему вы хотите обучить лошадь. Тело, пространство и предметы. Так вот, смотрите, все мы от природы, или как нас воспитали, мы воспринимаем эту реальность как-то кособоко, в какую-то большую область наша концентрация внимания. Допустим, если мы, вот представьте, если вы играете в холодно-горячо с людьми, Холодно-горячо. Кликер, он очень похож на холодно-горячо, просто мы не говорим холодно, мы все время подкрепляем положительно. Горячо-горячо, да? теплее, а там, где холодно, мы ничего не говорим, горячо-горячо, теплее. И вот люди и лошади, они бывают сконцентрированы, например, что я могу сделать со своим телом. И задание было, например, дойти до холодильника, а человек думает, может мне подпрыгнуть на одной ноге, может мне именно правой ногой шагать, может мне поднять ногу, и может, мне, может быть мне как бы голову повернуть. И он не может понять вашу задачу куда-то прийти, потому что ваша задача про пространство, а он настроен на тело. И вам нужно его перенастроить с помощью каких-то подручных возможных средств на пространственную задачу. Поэтому бывает, что лошади вам трудно очень что-то объяснить. Я сейчас приведу примеры. Если она настроена на свое тело, а вам нужно в пространстве. И наоборот. Бывает человек и лошадь настроены на пространство. Туда, например, лошадь говорит: я вот если на тело лошадь настроена, она говорит: ну смотри, я все время я же, я же поднимаю голову, как меня научили задрав голову бежать, но я же поднимаю голову или наоборот, я же опускаю голову, она не может понять, что ей нужно соблюдать большой радиус круга. Она все время думает про свою голову или про свои ноги, да, про свое тело. И она никак не может понять, что нужно радиус. И, соответственно, если она идеально там, делает свое тело, вы можете уже не обращать внимания на тело, а вот конкретно начинать объяснять про радиус. Или наоборот, лошадь делает круг и никак не может понять, что вы хотите, чтобы она немножко расслабила шею и пошла вниз вперед. Ну никак. Вы даете ей предметы, чтобы она обратила внимание на предметы. Она перешагивает эти предметы, опускает голову, но потом запоминает, где не лежать, и фигачит свой радиус круга, потому что она делает круг. И ей вообще наплевать на то, что она делает со своим телом и что там предметы, потому что она настроена на пространство и человек если вы играете с человеком в холодное горячо в горячо он пытается в пространстве что то на, 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 ну, как бы, что то найти в пространстве а вы хотите например чтобы он три раза моргнул или, и, или там, я не знаю подпрыгнул понимаете очень и вы когда осознаете что оказывается вот это существо когда вы собираете про него информацию и наблюдаете за ним и понимаете, что это существо настроено либо на тело, либо на пространство, либо на предметы, у вас убирается, например, раздражение, когда при непонимании или вы думаете, о это непослушная лошадь. Да нет, дело все просто, потому что нужно вам становится понятным, как ее способом объяснить вашу задачу. Понимаете, вот. А дорогие мои, давайте мы, вы, я, я не буду тогда читать чат, вообще не буду читать чат, если вы будете между собой разговаривать, потому что а, это отличит меня. Это полезная информация, которую я вам сейчас даю. Важная информация. И а, Например, если лошадь настроена на предметы. Вот у меня Гриша, например, он на предметы. Все лошади как лошади. Мы ставим конусы. И ходим между конусами. Одна лошадь делает именно змейки, потому она не обращает внимания на конусы. Она понимает, что что я ее приглашаю языком тела и как бы направляю на нее свои свои плечи, потом открываю плечи, и она за мной именно в пространстве работает или именно на свое тело. Другая именно змейки, другая лошадь, как Гриша, он видит только конусы и он начинает собирать мне конусы, ему пофиг на змейке он настроен на предметы на конусы и ему очень сложно объяснить что нужно ходить змейками вокруг конусов потому что он настроен на предметы и и это не вообще не конфликт это просто так работает мозг лошади и она так вот привыкла жить да то есть ее так создала природа или на наращенный ею опыт или ваши, ваши же подкрепления. И это очень забавно бывает. Я, например, объясняла, когда... Сейчас еще с Коневозом. Например, когда я объясняла... Так, сейчас сколько мне тут всем вам рассказать? Это так интересно с коневозом, с коневозом. Значит, лошадь, предметы, например, тело, голова, шея, понятно, да? Предметы Гриша, конусы. И Дороти у меня там просто перешагивала к валете и опять задрав голову, перестала опускать голову. И лошадь делает круг, рассказала. И внимание человека. Вот. Так, это я все рассказала. И как с коневозом. И вот смотрите, я, например, учила Дороти и Натали разным способом вниз-вперед натали была настроена на предметы она поднимала веревочку и она была настроена на пространство она могла ходить по кругу но чтобы опустить голову у нее вообще не было в картине мира опустить свою голову более того у нее короткая шея и она ну, она, она говорит смотри я тебе могу поднимать предметы могу ходить и бегать по кругу хоть вот, ну, хоть сколько бегать ну я никак не могла дождаться что она хоть чуть чуть расслабит шею в результате что я сделала, как я соединила ее вот эти вот мировоззрения в одно целое, настроила ее на себя. Я, вы знаете, я случайно забыла веревку, когда высылала ее на круг, и она пошла с тем, чтобы она как бы сделала шаг с тем, чтобы поднять веревку и дать ее мне. И я поняла, вау, я могу бросать веревку ей под ноги, она начинает ее брать, и потом у меня был просто жест вниз, как будто я бросаю веревку, и она связала это своей, со своей головой. Представляете, мы нашли этот кубик. А Дороти, она тоже бегала, она у меня пространственная была, она бегала вокруг, не предметная, предметная она перешагивала, опять задирала голову. Дороти, я объяснила так, очень тупо, Потому что, ну, обычно я жду просто, когда лошадь бегает на круге, она рано или поздно опускает голову, расслабляет шею, и я это подкрепляю. Да, хоть какашки понюхает, можно подкрепить, да, это уже. Но Дороти не настроена ни на какашки, ни на предметы, только круг, задрав голову. Тогда я просто встала рядом с ней и попросила ее. Её... Мне нужно было ее настроить на ее тело. Я попросила опустить голову на уступку, на затылок, на руку. Она поняла, что вот сейчас задание опускать голову на уступку, на затылок. Все логично, все понятно. Когда ты дотрагиваешься до моего затылка, я опускаю голову. Супер, я отгадала, я умница. Затем я просто добавила двойственный сигнал. Перед тем, как дотронуться до ее затылка за ушками, я показывала на землю. И она уже поняла, поскольку ей хочется заработать клик, что не надо дожидаться дотрагивания, нужно опустить голову. «О, я умная!» – я отгадала. Таким образом, ну, минут пять мы наклоняли голову, и я потихонечку отходила от нее, и она стоя наклоняла голову. Затем я буквально чуть-чуть, тихонечко ее направила шагом, и сделала это знакомое уже ей движение. Ребят, 10 минут это у меня заняло объяснить лошади. 10 минут. Сейчас у нас на конюшне, не знают, вниз вперед. Кала, Нимашка, черри уже начинает нащупывать, и Васька, да, то есть каждая лошадь новое открытие. И вот если вы знаете эти секретики, что вот эта данная лошадь либо только на тело, либо только на предметы. Если на предметы, вы свяжете. Если только на пространство, вы тоже можете найти способ. Вот, и вам будет легче э, формировать с помощью кликера какое-либо поведение. Дальше Канивос, смотрите. Как заводить лошадь в коневоз? Если лошадь настроена на свое тело, то для погрузки в коневоз сработают. Вы даете ей задачу шагом вперед, назад, вперед, назад. Да, людям времени больше бывает. Да. Вот. И если лошадь настроена на тело, чтобы ее погрузить в коневоз, вы можете шагать с ней вперед-назад, вперед-назад. Она будет выполнять эти упражнения рысью и так, вверх головой, вниз головой, это не совсем коневозом, бо боком, и, да, боком ходить, приниманиями ходить мимо коневоза, да, и, то есть, делать, наступать на коневоз, то есть, делать что-то со своим телом и потихонечку изучать коневоз, пока она работает над своим телом, над своими ногами, она будет косвенный положительный опыт получать, вот. Например, она может зайти в коневоз, чтобы поднять ногу, да, зайти на трап, чтобы поднять ногу. Вы просите ее сделать например шап да потом вы просите ее зайти чтобы сделать шап и она как бы не обращает внимания куда она заходит она просто работает со своим телом и это такие хитринки в пространстве сработает тумба то, тоже проходки и положительный опыт внутри это сено на обед но это совсем не сработает положительный опыт внутри гневоза се на обед груминг вот и сработает в пространстве тумба тоже например вы э Лошадь ищет, куда наступить, да, хотя это, наверное, предметные, да, не пространственный тумба, на, на невоза, воза. Вот. И когда лошадь с предметами а, в пространстве сработает, знаете что? Высыл лошадь вперед. То есть, неважно, куда вы ее высылаете, это, кстати, очень классная работа на вожжах, то есть виртуальный вожжи, у лошади нет вожжей, но вы ее высылаете вперед, и стоя позади нее метров за два останавливаете, да, и вы, это работа с пространством уже, и вы высылаете таким образом в разных направлениях, в том числе в коневоз, и ей как бы неважно, куда зайти, она работает с вами, с пространством, с высылом и с остановкой, это очень крутое упражнение, если кто-то хочет готовить лошадь для заездки под вожжи. Вот, мы это делали ради прикола с, с Зевсиком, и вот так можно в коневоз погрузить через пространство. И предметы, сработает э, апортировка, например, лошадь, попросите что-то с трапа коневоза или с коневоза принести, сработает флажок, лошадь пойдет за, за флажком, чтобы до него дотронуться или наступить, и таким образом зайдет в коневоз, и наступление на тумбу, как бы, или вы можете э, положить квадратик, да, лошадь наступит на этот квадратик поставите подальше квадратик она наступит на этот квадратик ну то есть будет работать с предметом и получать при этом положительный но как бы косвенный опыт того что коневоз ее не сожрал не съел вот поэтому э, вы можете придумать тысяча и один способ как научить лошадь чему-либо в том числе коневозу если вы поймете очень важно понять э, это вам упростит жизнь кто такая ваша лошадь на что она настроена и кстати на что настроены вы вот, поэтому это моя находка, когда мы играли с людьми в кликер-тренинг на семинарах, я обратила на это внимание, потом я обратила внимание, что лошади такие же, как мы, и это очень круто, что мы теперь это с вами знаем. Вот, как, как я осаживала по-разному, например, на хвост Гриша, Гриша и Эльфика, и, до, и, я по-разному осаживала и Леголоса. Леголоса я осаживала на раскачивание, я работала с его телом. Я буквально его за хвост раскачивала, он, и он в какой-то момент качнулся в мою сторону, это было безопасно, он не бивал в меня. И я это подкрепила, и он понял, что еще, 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 и научился шагать на хвост в мою сторону. Вот. А, а нужно закрыть открытие это же уже по нарастающей то есть лошадь должна получать все время положительный опыт что она контролирует ситуацию что она зашла его закрыли и она вышла и все очень рады тут конечно нужно ну, как бы отпустить время и таким образом смазывать границы, да, то есть закрыть, открыть, зайти, и лошадь там, лучше, чтобы было недели три, ну, хотя бы, хотя бы пару дней, ну, и хотя бы один день, да, вот, и чтобы лошадь изучила баланс, когда к нему чуть-чуть проехала, опять ее отпустили. То есть она должна понимать, что это не ловушка, вот, а если погрузили и увезли, у нас нет времени, потом, возможно, будет страх, но его тоже можно смазать, это ну, как бы это поведение исправить. Вот, как, э, как я на хвост учила Гришу, я сначала осаживала его на переносе, потом я заняла у плеча потом я заним... то есть я с пространством, наверное, работала больше, потом я потихонечку занимала свое вложение, и в конце концов за хвостом он понял, что вот надо двигать ногами туда, в мою сторону. И у Эльфика я работала с телом, я массировала ему крестец, потом я отошла на шаг назад, и чтобы я продолжила массиров... массировать крестец, он ко мне в ручки пришел, и я это закрепила, и теперь он насаживает назад, вот через объяснение, через тело, он настроен на тело было, был. Вот, рассказывать вам, как я учила Зевса и Гришу и Эльфика свечкам разным, разными способами. Интересно? Пока вы отвечаете на этот вопрос, я пробегусь по типам лошадей. А как, э, в чем разница, как обучаются и интуит, и сенсорик? Интуитики – это чуткие лошади, они предугадывают, они очень быстро, они очень быстро обучаются. Сенсорики, они обучаются вроде как медленнее, до, дольше думают, но очень надежно. Иногда вам кажется, что вот прям ничего не происходит, о боже мой, ничего не происходит, это, как, это какая-то тупость, почему я как дурак стою, вот, на самом деле сенсорики у всех шестереночки работают, и они думают медленнее. Этик логик, он делает этик, э, лошадь этик, она делает как бы ради отношений для тебя, потому что с тобой интересно. А логик говорит: дайте мне кнопку, я со всеми это буду делать, можете обучать мне кто угодно, только главное, чтобы вы э, меня обучали, мне было понятно, чтобы я был умный, чувствовал себя умным и заставлял вас кликать, получал свою зарплату рационал и рационал. Рационал – лошадь, рационал – это как она организует время. Лошади-рационалы, они начинают настаивать на том, что мы все время направо круг учили, надо направо, да я тебе покажу направо, а иррационалу все равно, он как бы более гибкий в восприятии, в обучении, поэтому тоже тут можно не конфликт, а просто рационалу потихонечку э, в новое во что-то его внедрять. Интроверт, экстраверт, ну понятно, да, это внимание. Экстраверт чаще, быстрее может потерять внимание. То есть вы немножко гибче делаете занятия для экстраверта, более короткие репризы. Вот, ну длится, наверное, еще где-то полчаса часик вебинар будет. Ну, в принципе, осталось у меня три слайда. Три слайда и подарки дальше будут. Давайте раз про подарки я сказала. Я, Во-первых, я вам даю запись э, вебинаров, два вебинара по кликер-тренингу. Теория полностью методика. И м -м, внизу у вас есть две кнопочки регистрации на семинар в Москве кликер-тренинг, который пройдет в мае. И э, к этому семинару участникам я дарю... Сертификат со всеми материалами школы. Там э, как раз интенсив э, в Гармонии с лошадью он содержит. Это сотни часов э, вебинаров и онлайн, и онлайн уроков, видео уроков. Это в подарок идет. Этот подарок на 46 что ли тысяч рублей на самом деле. Вот. И записывайтесь, кому интересно, на кликер тренинг с нуля онлайн. Он идет сегодня со скидкой и с моим обучением. Вот, ну, это была рекламная пауза. Этот вебинар мы готовим в преддверии живого семинара. Вот. Еще три информационных слайда у меня для вас таких с пользой. Свечки, свечки рассказывать. Да, 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 обязательно хорошо. Значит так, ну, бегался, я еще пока не научила свечку делать, вернее, научила, но в паре с Гришей в играх. Я могу попросить их посвечить, когда они играют с друг другом, они подзадоривают друг друга и вдвоем встают но вот именно свечка на то, чтобы человек попросил и лошадь сделала, у меня для вас четыре лошади, которые я научила, которых я научила свечкам, разными четырьмя способами. Вы представляете, вот что творит кликер-тренинг. Итак, с кого начать? Кто знает Девса, Гришу, Александра, Саэльфика? С кого начать? Ну-ка мне говорите, с кого начать? <свист> так, Гриша, хорошо. Гриша, когда был молодым, я. Э -э я пыталась, он много светил на самом деле, и я пыталась делать свеч, свечки в играх. Я кидала мячик, я прыгала, я провоцировала его, но это были неконтролируемые свечки. Гриша очень пылкий в молодости, он ну, вот когда зеленый был, он очень сильно был зажигалочкой. Сейчас тоже зажигалочка, но тогда я еще не такая уверенная была в своих границах. И он не понимал, он мог встать, предложить свечу э, в моем пространстве. Мне это не нравилось. Потом он начинал стесняться, и вот это все как-то продолжалось. И потом, и потом я научилась, как делать свечки с эльфиком, и решила на Грише попробовать, так как я делаю с эльфиком. Поэтому мне надо пройти сейчас через эльфика, чтобы объяснить, как я делала с Гришей. То есть я отказалась от идеи э, обучать Гришу свечам св э, в игре потому что это было очень стихийно, и мне казалось небезопасно, особенно для людей, которые приезжают на семинары. Ладно, для меня, вот, ну, как бы для людей реально небезопасно. Эльфика я пыталась научить сначала через лоб рядом, потому что когда он галопил практически на месте, он в какую-то фазу он поднимал обе передних ноги. Но когда он понял, что я хочу, он тоже повернулся ко мне со свечой, и мне это не понравилось, потому что, потому что это тоже было в моем личном пространстве. Тогда эльфика, я, кстати, вот на крикер-тренинге как раз, я научила осаживать назад, я смотрю, когда он осаживает на жест назад, он как-то прям с подскоком, что вот прям, прям голоб назад получался, тоже э -э ноги вверху. А потом я его учила в команде Да. И он мотылял головой вверх-вниз. И вот он осаживал назад это его творчество включалось. И мотылял головой настолько, что привставал в такие в маленькие свечки, в такие писады вот. И я тут же это закрепила. И для того, чтобы эльфик не делал это в моем пространстве, мне понравилось, что он переносит вес на задние ноги, когда осаживает назад перед свечой. И вместо команды ⁇ Да ⁇ мы закрепили вот эту свечку 10 минут там, или 5 минут, и у эльфика это закрепилось. Гриша, конечно же, знал осаживание назад, но мы застопорились, когда его осаживаем назад. Я хочу свечку, я пытаюсь ему показать ⁇ Да ⁇ он начинает мотылять головой, потом он начинал копировать мой язык. Я подпрыгну, э, ну, язык тела, я подпрыгну на одной ноге, Гриша подпрыгнет на одной ноге, я на двух, Гриша на двух, я повыше, Гриша повыше. Но это ничего общего с, со свечками не имело вот, вообще никак. Рядом не стояла. У меня не было цели обучать свечкам, я все в игре это делала с ними. То есть э, лучше, если уже учить лошадь, но ну, чтобы это все-таки было безопасно, поскольку они у меня учителя. Так вот, Гриша однажды, я же два года послала табун, ходила с табуном а, целыми днями, и Гриша ко мне пристал, научи да научи, вот хочу, вот научи да научи, хочу тебя пойма по понять. И он меня вывел на такую игру импровизацию, я стала бегать по кочкам и залезла на... Ну, ну как, как дурочка, короче. Я залезла на одну кочку, подпрыгнула с возгласом и руку резко сделала вверх, подпрыгнула с этой кочки, Пу! и руку вверх резко сделала. И Гриша встал на свечку, как в игре. И вот это я закрепила, и первые наши встречки были вот эти. Пу! Я искала кочку, и Гриша делал свечку. Потом я делала это без кочки, делала пу, а потом уже Гриша начал угадывать уже мой язык тела. Вот, и таким образом, но делала я это исключительно через засаживание. Гриша даже маленькому ребенку будет делать свечку, только отойдя от него. И, ну, это перенос веса, хотя все равно у нас много напереду. Вот, Участие на семинаре в Москве со своей лошадью – это вас, вам надо спросить, вам надо спросить Юлю Руденко. Я думаю, возможно, ну это коню в бор насколько это далеко. Юлю Руденко надо спросить. Свяжитесь, вы зарегистрируетесь можете, мы с вами свяжемся. Вот дальше Зев, знаете, как Зев со свечки научила. А Александра по-другому. А Зевса я на маркер до тронси научила. Он, я заметила, что он встает на задние ноги, но очень таки устойчивые прям свечки, когда собирает с деревьев кэрэбы. Кэрэп ⁇ это рожковое дерево, это сладкие такие стручки с сладкой карамельной копатыкой И я решила, что раз у него есть эта схема поведения в голове, я буду изображать Кэрэп, и он начал дотрагиваться до пакетика, до бантика на хлысте. Я этот хлыст, этот пакетик все выше, 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 выше. Вот я вам сегодня не, не нашла эту фотку. Ну, опубликую попозже в постах. И он тянулся сильно-сильно-сильно-сильно. И на третьем занятии он понял, что легче всего стать на задние ноги, дотронуться до этого, до этого пакетика. Затем я стала делать двойственный сигнал, вернее не двойственный, а я сначала стала поднимать руку, хотя я могла любой, любой стимул, ну, не знаю например, покрутить пальцем у виска, да, а потом поднять хлыстик. И это был бы сигнал к, к свечке. То есть на кликер не важно, что вы при присобачите, скажем так, как условный стимул вот, и я стала его давать, поднимая руку, и Зевс, тут нужно расслабиться, попасть в зазеркалье, лошадь проверяет, если это тебе нужно, то додавливай, а если это мне нужно, то расслабься, я просто стояла с поднятой рукой, и если Зевс не помогал, я опять показывала ему маркер дотронься, и таким образом сейчас Зевс у нас стал просто звездой фотосессий, он может сделать нескольким людям подряд вот эту свечку, абсолютно близко к человеку собираясь, не падая на него. А Александрос по-другому. У Александроса мы сделали это в игре, в танце. Совершенно случайно я его попросила, совершенно случайно он сделал. Мы это благополучно забыли, а он сенсорик у меня. И вот тоже в полях он ко мне пристал научи, да научи, научи, я знаю, что ты что-то от меня хочешь, но у нас не получается, я очень хочу, говорит, понять, и он бегал за, за мной, как банный лист, и знаете, что я сделал? я вела тогда семинар, и он ко мне пристал, и вот прям до конюшни конючил, и я в результате разбежалась на него, и начала прогонять его, размахивая хлыстом под передними ногами, он стал на свечку, и я такая, а, Молодец. И у нас это все вылилось. Знаете, во что в какой сигнал? Я делаю как бы реверанс и размахиваю платьем. Сейчас я могу очень легкое движение ладони, вообще без клыста. И он делает эти свечки. При этом, когда он понял, что мне нравится, он стал мне предлагать на втором занятии. Доминантные свечки. И мне пришлось его, ну, как бы, прогнать на круги, прогнать со свечи. И то есть он э, пытался со мной играть в доминантные игры. Как только он пон понял, что это кликер, в третье занятие у нас была фотосессия с моей ученицей. Он мне сделал, наверное, 20 свечей без давления, просто на кликер. Вот, тут почему-то слайд переключился. Сейчас. Вот, так, вот такие истории, как бы с кликером вы можете всегда найти какой-то свой способ. Вот, очень важный слайд, осталось у нас, дорогие мои, три слайда, вот, и кто, напоминаю, кто хочет записываться на живой семинар в Кони в Бор, кнопочка внизу слайда в комнате, семинар в Москве, э практика с молодыми жеребцами сегодня 10 процентов скидка на этот семинар при регистрации сегодня и в подарок сертификат и также если кто-то не хочет на семинар или не может вы можете э -э заниматься два месяца кликер тренингом онлайн с моим участием с моей поддержкой с озвучкой видеоуроков тоже есть кнопочка кликер тренинг с нуля онлайн вот, и... итак, знакомство с лошадьми. Смотрите, какие могут быть с лошадью а, 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 какие могут быть а, с лошадью сложности. Во-первых, лошадь может быть дикая. И да, что делать тогда с кликером, с такой лошадью? Это могут быть молодые лошади и опасные. Всем им, как воздух, необходим положительный опыт всем. У диких лошадей может быть страх жертвы, да, вот, ну, то есть у нее нет опыта никакого с людьми, там людей она рассматривает как хищников. Это она в стрессе, если для нее человеческий мир является новым эта лошадь будет все время в поиске опоры какого-то островка комфорта, хоть кого-то, кто ее понимает и кто хотя бы на время станет ее лидером, с которым она будет чувствовать себя спокойно. Нужен такой лидер друг и необходимо понимание, что делать в этой ситуации, где дверь, где выход, куда идти. Такой лошади дикий, дикий. конечно, лучше бы было сделать такое небольшое мини-присоединение, чтобы показать ей, что здесь находится папа или мама рядом человеческий. Вот. Потому что, возможно, она даже будет еду бояться с рук брать. Вот. И э, такой лошади нужен понимание, контроль происходящего. Если она берет еду с рук, тогда гораздо все проще. Если нет, тогда придется присоединять. Вот. О, сложность также, что она будет в стрессе из-за привязанности к табуну. Вот как раз Юля Руденко из Коневбора, она хочет, Юля, привести двух жеребчиков, диких, совершенно диких жеребчиков, молоденьких, для того, чтобы вы на семинаре понаблюдали, как они адаптируются а, к новым условиям в коне в боре, и чтобы мы смогли как раз их адаптировать с помощью кликер тренинга, ну и частично, конечно, присоединения. А, зайдите, пожалуйста, по ссылкам, там стоимость, да, Сереж, там по регистрации вся стоимость указана. А, Молодые лошади, во-первых, они хулиганистые, да? у них много энергии, у них гормоны, они не могут э, долго сосредотачиваться, у них все время э, присутствует стремление познавать мир с помощью зубов и копыт, играть в доминантные игры, да? они нащупывают границы. Вот, поэтому короче, кликер сессии с такими лошадьми. Вот. И, конечно же, им тоже нужен э, положительный опыт. Например, если вы хотите э, почистить дикую или молодую лошадь дичка, которая не подпускает человека, которая, может быть, э, агрессивно себя ведет и со страха, да, или которая вырывается, не может стоять спокойно, вы совершенно быстро можете ее научить стоять спокойно и нормально относиться к вашим прикосновениям через упражнение нос, прямо очень быстро. Тут очень важно понимать, что состояние человека спокойное должно быть, то есть и тоже страха у человека не должно быть. Опасные лошади. Эта агрессия может быть из-за страха, из-за неудовлетворения базовых потребностей. Тут нужно провести определенный анализ и, естественно, сделать так, чтобы эти потребности были удовлетворены. Только тогда заниматься с лошадью. То есть это потребность движения, потребность там, в сене, например, в социальном общении с другими лошадьми, возможно. да. То есть лошадь как-то хотя бы видеть их должна это может быть агрессия из-за негативного опыта с человеком, например, ломали хлысты об жеребца или подкрепленная агрессия, например, человек постоянно давит, и если лошадь на него нападает, не знает, как отключить этого человека, он раз и отступает, да, он подкрепляет агрессию лошади. Бывает, что поощряет агрессию лошади. Например, конюх боится положить лошади что-то в миску и кидает, она кидается, и он пытается очень сделать это быстро, отпрыгивает и поощряет агрессию. Вот ну, бывает такое если человек игнорирует агрессию, это тоже поощрение агрессии лошади, потому что это даже ее провокация на то, чтобы она была еще более агрессивнее, потому что лошадь хочет, чтобы ее услышали, чтобы поставили ей границу, чтобы ее увидели. Если человек игнорирует агрессию, лошадь просто будет усиливать давление, чтобы ее перестали игнорировать. Это небезопасно. Вот. Если человек потакает лошади и дает просто взятки, очень много кормит, что он будет делать, когда вкусняшки закончатся, ну, без кликера и просто, ну, то есть лошадь же не знает, что вкусняшки закончились, она начнет отбирать, потому что от человека пахнет, да, ну, то есть вот всякие такие опасные ситуации, но нам все-таки нужно понимать, с кем мы имеем дело и в какой ситуации собирать информацию о лошади. И э, делать так, чтобы либо лошадь была сначала за забором, либо чтобы у нее удовлетворялись потребности, либо мы собираем опыт, понимаем, как она себя может вести, и дальше уже выстраиваем наше занятие. Вот. Всем этим лошадям необходим положительный опыт, какие-то простейшие, простенькие схемы взаимодействия с человеком, так, чтобы лошадь понимала, что она контролирует ситуацию, и если это кликер-тренинг, еще и зарабатывает на этом. Вот. Если есть у кого-то вопросы со сложными лошадьми, задавайте и вообще готовьте уже свои вопросы. И чему же учит кликер-тренинг человека? Ну вот, я уже в начале вебинара говорила, не делать работать за, работу за лошадь, не оказывать излишнего давления, стараться, да, что мне это очень нужно, чтобы лошадка работала у меня, а как бы меняться немножко ролями с лошадью и показывать лошади, что это в ее интересах сотрудничать с человеком и активно искать точки взаимодействия. И э, это избавляет человека от лишней суеты да, и экономит энергию. Философия тоже я упомянула. Концепция отношения, убедить лошадь, что это нужно лошади, ключ к мотивации. Кликер тренинг очень классно учит человека слушать лошадь, быть пустым, быть в тишине, и дает время быть терпеливым, дает время лошади на подумать, дает ей право выбора, потому что именно та лошадь, которая сделала свой свободный выбор в пользу человека, именно эта лошадь дает вам 100% гарантии контроля ее поведения, потому что вы с ней смогли договориться, дав ей право выбора, дав ей подумать и с создав такие условия, что она теперь себя чувствует себя и умной, и самой умной, и самой смелой и так далее и хочет еще повторить этот опыт с вами. Кликер метод учит человека, как развивать мозг лошади. Принцип суперфуд для мозга. Мы же делаем очень маленькие клики, очень маленькие репризы, очень маленькие кусочки, скажем, кадры нашего поведения, подкрепляем аспекты нашего поведения для того, чтобы сформировать, например, даже вот лошадь, когда встает на запястье. Давайте посчитаем. Чтобы лошадь встала на запястье, надо, чтобы она встала на трапецию. На трапецию она представляет, да, все говорят, что такое лошадь на запястье. Где-то у меня было или не было? Вот, вот я сейчас вам покажу: вот Гриша на запястье стоит. Вот. И что такое маленькие кубики, маленькие аспекты? Что в голове лошади творится, когда она встает на запястье, когда мы ее обучаем этому? она должна стать на трапецию, а это значит осознанно либо либо э, передние ноги правую левую вперед передвинуть, либо задние назад, да? То есть это уже два аспекта, две ноги лошадь осознанно передвинула. Затем лошадь опускает голову вниз для того, чтобы баланс пошел вниз. Это третий аспект. Затем лошадь поднимает ногу. И изгибает запястье, да. Это четвертый аспект. Затем она удерживает эту ногу. Это пятый аспект пауза, удержание баланса. Затем она уводит баланс назад-вниз. Это шестой аспект. Затем она нащупывает э, венчиком, нащупывает зем землю. Это седьмой аспект. Кадр нашего фильма как лошадь встает на. Если вы по кадрам разделите фильм, как э, лошадь встает на, 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 запястье, и также любое другое поведение. Вы тогда поймете, какие аспекты кликами подкреплять. И какой там уже седьмой, она нащупала, и затем она поехала вниз, и нащупываю, это уже восьмой, да? И затем она дотрагивается запястьем до земли это уже девятый, и затем она уже стоит, выдерживает паузу. Это десятый, Девять или десять кадров у нас. И это все в голове лошади, и это все без давления. Понимаете? Любое сложное поведение это можно сделать. Но чтобы это сделать, лошадь должна не бояться нас и активно искать либо подсказки, либо нащупывать. А мы а, то есть. А, а мы терпеливо ждем и делаем вид, что это не нам надо. Вот, учит терпению, учит щедрости. Мы тратим на лошадь вот это вот наше время и, и терпение, и крики с вкусняшками учит человека кликер тренинг мышлению создателя потому что вы видите сверху пути решения и как формировать поведение лошади как ее как лучше объяснить какие методы подкрепления кадров придумать то есть вы становитесь естественным лидером для лошади вы создатель она ей интересно с вами становится она будет стремиться с вами дальше познавать новое и новое кликер тренинг очень классно учит легкому давлению в диалоге, стимулы и подсказки, именно такому давлению, которого достаточно истинному лидеру, как подсказку, потому что ему не нужно громче кричать, чтобы доказать кому-то что-то, вот, и помогает уйти от концепции приказов и концепции вот этих стимулов и просьб, чтобы увлекать лошадь в разные потоки. Вот. Учит потоком цепочкам, это уже более глубокие состояния, когда вы, вы можете сделать танец с лошадью, она с вами может сделать все, все заученные, ну если это с кликером, допустим, да, все, все заученное поведение, пробежаться галопом, прибежать к вам галопом, лечь, сесть, сделать испанский шаг, покатать вас да, в какой-то траектории, доехать до, до, до чего-то, взять мячик, и тогда получить уже вознаграждение в конце, в конце этой цепочки, вот или в конце урока. Честно говоря, я э, о состоянии пустоты, обнуления и нейтральности, как бы человек говорит, это не мне нужно. Если хочешь играть, то это как бы тебе нужно. А, как сейчас я еще раз запястье поставлю, вот. А, как а... так? Как про приказы еще знаете, какая аллегория? Например, ну, часто бывает, что человек учит лошадь на кликер, у него вкусняшки он говорит, например: Дотронься до мячика, да, молодец, и дает вкусняшку. Это получается приказ и поощрение. Это, получается, приказ и поощрение, и э, это ничего общего с кликером не имеет. Это просто дрессировка, это э, похвала, и очень сложно убрать вот эту вкусняшку после этого поведения. То есть если убирается вкусняшка, лошадь говорит «no money, no honey», то есть не, не будет поощрения, не буду повторять. А когда вы делаете, э, когда вы не приказываете... Сейчас скажу Аллегорию: допустим, вы играете с ребенком, он должен найти в холодильнике торт. Ну, нет, не в холодильнике, пусть он найдет торт под столом, да, конфеты, мешочек с конфетом под столом. И вместо того, чтобы играть в игру холодно, горячо, вместо того, чтобы ребенок весело и активно искал, где вы скажете горячо и теплее, вы будете ему говорить: Иди направо, иди под стол, молодец! Вот на твою конфету, да. То есть ребенку перестанет быть интересно искать вот эти решения. Очень, ну, ну то есть в, в этом, если вы поняли вот как бы эту аллегорию, в этом мотивация лошади, что она именно сама ищет, и, и, а не то, что вы приказываете. Про шоу. У кого-нибудь есть вопросы про шоу? Последний э, слайдик сегодня. Э, ребят, слайд на запястье. Вот слайд на запястье. Как избежать подобных ситуаций? Это каких ситуациях? К... Э, Ребят, кому я не ответила на вопросы, пожалуйста, прокоп... э, скопируйте, чтобы они опустились вниз в чате. И тогда я их увижу. Вот. Итак, последний наш слайдик с... на сегодня про шоу. А, кому интересно, это про шоу? <même> интересно. Так, Мария Гуреева. Как не провалить шоу с лошадьми? Ну, оказывается, существует две проблемы, когда человек делает шоу с лошадьми. Когда есть зритель, или когда есть видеокамера, да, когда есть какой-то наблюдатель. Во-первых, человек стесняется... Есть три проблемы. Во-первых, лошадь понимает, что человек не надавит, человек стесняется заставить лошадь и показаться грубым. Это первая проблема. Она решается очень легко. Методами присоединения, всякими присосками, игровыми провокациями. Это будет весело, здорово, и вы как бы вроде как надавили на лошадь, а вроде как вы просто с ней играете, провоцируете. И таким образом вы увлекаете ее в игру. Это как две лошади играют друг друга, друг с другом. Они кусают друг друга, провоцируют, да, и затем начинают танцевать красиво и носиться, и получается много динамики. То есть вам нужно дать себе право надавить на лошадь, но для, для этого вам нужно понять, что когда вы играете с лошадью, давление не означает наказание, давление означает взаимодействие, а взаимодействие может быть очень ярким и прекрасным и красивым. Вот. Дальше. Стоп, еда. Если вы в шоу что-то делали с лошадью при подготовке к шоу с едой, если это поведение не закончило свой, свой цикл формирования, вы не можете убрать клики с едой. Не можете. Вы их можете убрать только когда уже закончилось это поведение этого формирования, формирование этого поведения, ставить его в цепочку, вы вот тогда можете на что-то другое кликать или если вот все 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 у вас сформировано вы тогда вариативно можете кликать в середине цепочки в конце там, нескольких цепочек или в конце шоу это может быть номер на три минуты в котором вы увлекаете лошадь в разные в разные упражнения в танце и если это сформированное поведение, и тогда вы можете ее угостить после этого танца. Но если не сформировано, не надо стесняться кликать и давать еду, да? То есть лошадь услышит ваш клик. Это можно не кликом делать, это можно голосом делать. То есть иначе это гасит это поведение. Не стесняйтесь. И знаете, как я даю еду, когда я делаю? Ну, я не буду говорить громко, шоу. Но вот у нас, например, был концерт с Элисбаром. В октябре я танцевала с лошадьми, и мне очень хотелось, чтобы лошадям запомнилось это как некое приятное событие. Поэтому я, наоборот, обез... обязала себя давать еду. И когда я давала еду, я в этот момент целовала лошадь в лоб. Это смотрится очень красиво и приятно. И мы делали такие маленькие реприски, и все хлопали, а в этот момент лошадь пока все хлопают, кушала. Потом мы еще что-нибудь делали. Вот, если же я вижу, что я лошадь могу утянуть в какую-то цепо какую цепочку или в игру, то прекрасно, в еде она, Ну, то есть не нуждается. То есть вам нужно понимать, когда вы можете перестать давать еду не потому, что люди на вас смотрят, а потому, что поведение сформировано. Вот. И третья проблема это человек не может импровизировать. Если вы хотите сделать шоу, вам придется импровизировать, потому что лошадь может отвлечься на ребенка, испугаться какой-то хлопушки. Да, то есть, во-первых, у вас должны быть отношения с лошадью. Что это значит? Она ориентирована на, на, на ваше состояние, потому что, вот, например, на том же шоу с Элизбаром, когда я опускала Гришу на запястье, хлопнула какая-то хлопушка у конюхов там вот, ну и он никуда не, он, он, вздрогнул, но он доверился мне. Мы с ним стояли вот рядышком, то есть он настроен на мое состояние, если я расслаблена, все хорошо, и мы можем вырулить из любой ситуации обыграть ее с помощью наших разных кубиков разных упражнений сделать всегда по-разному под любой ритм под любую музыку под любое настроение взорвать лошадь тут же погасить и вот чтобы она нарисовала э, картину взорвать поиграть и тут же лечь и сесть да и э, в этом наш не знаю великий величайший интереснейший путь с лошадью потому что они учат нас быть властелином энергии и кликер это как такой заход вход в эту волшебную страну потому что в кликер тренинге лошадь позволяет вам очень много этому учиться э -э, и прощает вам очень много ошибок вот также бывает в шоу э -э, при других животных можно работать главное ставить границу чтобы никто никого не убивал и также с несколькими лошадьми и так далее. И прежде всего вашу границу, чтобы они соблюдали вот, и в шоу с лошадьми, даже когда, если, допустим, лошади у вас очень легко уходят от давления и приходят к вам, уже можно с ними всякие потоки, реки в динамике сделать, это самое, и самое естественное, что можно сделать с лошадью, но ну, главное, чтобы они от вас не разбегались, были присоединенные, но это немножко не про кликер, вот, это уже я пошла в дальнейшие рассуждения. Шоу с лошадьми, это цирк или верх блаженства в потоке творчества, это будет в верх блаженства и высшая степень и сбора, и концентрация внимания, и любви, и, и именно я за такое шоу, чтобы люди плакали, восхищались, чтобы любому человеку можно было привести к этой лошади, она была бы адекватна с этим человеком, сфоткалась там любой трюк, и можно было обнять эту лошадь, и, ну, то есть, чтобы это было истинное, чтобы не заставлять лошадь, момент присоединения и провокации это другое это как бы просто добавить энергии и обратить на себя внимание лошади до да? перенести немножко настроить на себя но это не заставляет лошадь а когда например ты с хлыстом кричишь галоп там и это все грубо смотрится уже вся магия теряется лошадь когда подлавливает вот эти а на как раз этому можно научить чтобы лошадь подлавливала мы импульс, намерение, взгляд, плечи. О, сейчас ложимся. О, сейчас ты подумала про свечку. И все это превращается в такой единый поток в танец. И это очень красиво смотрится. И лошадь необыкновенная получает удовольствие, потому что она полноценный актер, создатель этого шоу. Ей все восхищаются, и она тоже контролирует этот процесс, потому что она отгадывает у человека. И сама может, если вы остановитесь, она сама может симпровизировать в творчестве. Конечно, вам нужно понимать, где будет эта лошадь, дальше заниматься. И, ну, возможно ли ей попробовать, позволять импровизировать с теми же детьми в прокате, если она у вас, да? Ну, то есть надо разделять роли, чтобы лошадь и вы это четко понимали. Но, тем не менее, шоу не должно быть никогда цирком. Это отражение прекрасная ну, как картина отношений, истинность, истина. Вот. И в таком случае, даже если у вас не будет вкусняшек, вы все равно сделаете свое шоу с лошадью. Может, вы будете просто с ней стоять в обнимку, но она так будет дышать ваши волосы, что все будут рыдать, фоткать вас, да, и у вас будет такой спектакль. Главное, истина в моменте, а не э, вас внутри, ваш мир, а не вовне, кто про вас подумает и поэтому не бойтесь не давать тумаки лошади, я имею в виду провоцировать ее, да, ярко налетать. Эй, ты, давай бегать, давай играть. И не давать, и не бойтесь давать еду. Не важно. Важно, чтобы лошадь видела вас. Важно, чтобы лошадь была уверена в вашей щедрости на все, искренности. Вот. И танец с лошадью ⁇ это как раз поток, это как раз не, это не, не баловство, это поток всех упражнений на сбор, на внимание, все, что, чем мы занимаемся в тренинге с лошадью, оно превращается в танец. И танец может, можно разучивать по па через кликера, а можно через законы природы, потому что когда вы посмотрите, когда две лошади играют друг с другом, это тоже очень похоже на танец, он в сборе. А если вы соедините и интеллект, и нечто, какие-то заученные красивые па с этой дикой с дикой мощной стихией это будет великолепно и вы ну, очень сильно от этого зарядитесь и зарядите вокруг мир вот так что это что я хотела сказать вам прошел так теперь дорогие мои я отвечаю я сейчас э, хочу вас спросить если вы заинтересовались кликер тренингом и вообще методикой школы счастливых лошадей у, у есть доступ к материалам которые стоит 48 тысяч да там очень много материалов вы получаете его в подарок кто примет участие на семинаре вот в коне в боре. И либо со скидкой, со скидкой, э, ну Сережа, э, со скидкой это ко мне в личку. Сережа про это не делала, я сама вам скидку придумала. Э, если вы хотите заниматься, почему сертификат? Вы можете просто приобрести крики, э, тренинг с нуля. Это отдельный тренинг вот э, на 20 команд. Вот они эти 20 команд, да? И э, э, но сам сертификат и все материалы вам пригодятся, потому что вам, возможно, придется возвращаться к присоединению и как бы другим э, знаниям по общению, взаимодействию с лошадью, не только с кликером. В кликере я об этом тоже говорю и упоминаю. Но вот э, у кого нет сертификата, приобретайте. Он сегодня по скидке. По скидке. Сереж, ты не делал скидку на сертификат, да? Ну, конечно, пускай на, семинар. А, на сертификат. На сертификат. Вот. И семинар, который пройдет 15 по 18 мая, вы можете также посмотреть программу его, кому интересно. Это будет четыре дня занятий с жеребцами телефон органи... организационные вопросы юлии руденко можно задать по телефону на странице на, странице, на какой на странице. на странице регистрации есть телефон сегодня скидка 10 процентов вот и сейчас я отвечу на вопросы про анонтирую события хорошо также я должна прилететь в россию на выставку эквироз эквироз Эквероз я правильно говорю, в Москву на выставку в апреле уже. Это очень скоро. И э, то есть я в России буду дважды, в апреле и в мае. И в апреле также мы организуем семинар в Гармонии с лошадью. Это общий семинар. Юлин же семинар э, кликер-тренинг. Он будет интересен тем, что мы будем заниматься с жеребцами и с новенькими жеребчиками, с молоденькими, которые будут адаптироваться. Вот. Первый день – это знакомство с лошадью. Второй день – работа над доверием и смелостью. Третий день – agility, динамикой И четвертый день – от кликер-тренинга к шоу с лошадьми – Посмотрим, что мы там сделаем за шоу с этими жеребчиками. Но я буду рада помочь им реабилитироваться с помощью кликер тренинга. Вот, дорогие мои. Также важная информация для тех, кому хочется заниматься, а лошади нет. Вот лошади есть. В коне, в боре это э, можно сделать кураторство или занятия спином. Вот, ну, подробнее к Юле Руденко обращайтесь. Можно обратиться в Эквихелп, в по организацию, к Маше Моисеевой. Там тоже можно брать уроки у самой Маши. И Маша занимается в том же направлении, что и я, и училась в школе счастливых лошадей, Маша очень классный тренер и ветеринар, и также у вас есть возможность позаниматься с кобылой Мишенькой. Это конюшня Эрикон, 10 километров после Волокамска. Может быть, кто-то рядом живет. Это кобыла и Настя, ее хозяйка, они будут рады вашей помощи и кураторству. Кобыла только под занятия мягкими методиками земли. Вот, то есть есть у вас три опции, где заниматься с лошадьми, если у вас нет общества, лошади общество лошади. Кони в бор, Эквихелп и вот с Мишенькой, с кобылой с Мишенькой, Волокамский район. Вот. Так, это я вам сказала. что нужно сделать, чтобы поступить на обучение? Если это семинар и кликер-тренинг, кнопочки внизу вебинарной комнате внизу э, слайда сертификат срез скидка 70 процентов те кто не идет на кликер вы можете это гораздо то есть это стоимость сертификата со всеми материалами такая же как сто, стоимость одного кликера с моей поддержкой то есть ну ребят если вы будете обучаться вам нужны все материалы вся методика каждый кубик методики потому что это фундамент. Еще раз повторяю слайд с командами и приступаем к вопросам. Давайте копируйте вопросы, кому не ответила. Галина пишет. Во время занятий... Виртуальная аккорд, трапеции, лошади часто складывают уши назад, не закладывают сильно, как при агрессии, именно слегка убирают назад. Это точно не агрессия, но и не, не расслаблен. А Галин, нужно смотреть. Либо это может быть в таком случае: либо вы напряжены, и лошадь показывает, что ну, некая напряженность есть. Либо у лошади это закрепленное поведение, то есть это не ну, как бы не предупреждение, да, это просто отражение вашего состояния, либо закрепленное поведение, лошадь у лошади просто такая мимика, когда она делает этот элемент. Например, когда ее, ну не знаю, сильно тушировали по ногам, ну допустим, я, я не знаю, так было или нет, когда при постановке на, на тумбу, и она злилась на хлыст, ее кормили, когда она вставала на тумбу, то она будет потом автоматически прижимать уши, вставая на тумбу. Но это не на вас, а потому что она так привыкла. Вот. И то есть надо смотреть, либо Какая-то неуверенность, либо, может быть, вы задерживаете клики и не имеете права на еду, и лошадь немножко начинает вас прессовать. Может быть, это надо смотреть видео. Лошадь запоминает на всю жизнь то, чему вы учите, поэтому можно подхватывать очень быстро. То есть, ну, реально, они складывают все в свою головушку, и даже через несколько лет лошадь будет помнить, если вы научили. Ну, если включаются эмоции, это потребность, естественная потребность выразить себя, и поэтому но вы можете делать маленькие репризы, чтобы и э, разбавлять их разными играми в динамике. Если у вас все в порядке с уважением границ. Как отучить кусаться жеребца три года? Это мне нужно вам выслать это немножко не по кликеру. А -а -а -а. Мне нужно выслать вам запись консультации. Я давала вот и записывала, наверное, на час консультацию, как, как учить лож, э, жеребца кусаться. Это ваши границы, следить за вашими границами. Это ваше спокойное состояние, потому что если вы не следите, он с вами общается. Эй, ты где? Эй, ты где? Да, это следить за своим энергетическим состоянием. Если вы взрываетесь на то, что он вас кусает, пытаетесь в ответ ударить, на, напасть, злитесь. Для него это очень вкусная энергия, игровая и провокация продолжать, и занимать его делом. Вот вам краткий ответ. Но это к кликеру не очень имеет отношения. Делом занимать вот кликером можете, да? то есть он не будет кусаться. Но если вы будете э, забывать про границы и вестись энергетически, Вернется игровое поведение. Лошади так общаются, а жеребцы тем более это нормально. Да, ушами показывает, что внимательно. Если, например, идет какое-то напряжение, то ярче показывает. У меня тоже так как было делает. И домашнее задание, домашнее задание, дорогие мои, кому интересна методика школы счастливых лошадей? Я вам хочу сказать, у вас очень-очень много бесплатных материалов. Это разговорник лошадиного языка в личном кабинете на сайте Счастливые лошади. Только Сереж, вот, а как они попадут? Давай, дай кнопку, потому что личный кабинет у нас на новом сайте, как бы он быстро очень работает. Там надо написать онлайн перед Happy horses онлайн Happy да? Так, так надо попасть. И у вас там очень много личных бесплатных материалов мини-курс видеоуроков «С чего начать?», разговорник лошадиного, записи всех вебинаров, видеоуроки по кликер-тренингу и волшебству присоединений первой части. Вот, вам очень много чего изучать, если вы вот, не готовы приехать на семинары или начать обучение. Кликер-тренинг с нуля, я самое главное не сказала. Дорогие мои, самое главное, это просто вот, ну, кто будет со мной в группе, есть такой некий бонус. Все хотят от... убрать вот эти клики и вкусняшки, да? Я объясняю, вставляете в цепочку, в сформированное поведение, но все хотят достичь такого уровня, чтобы переставать кормить лошадь. Так вот, после кликера будет курс тренинг антикликер это будет буквально может быть пару недель пробных и мы с каждым из вас поработаем одну-две там команды чтобы понять как делать это поведение без клика и вкусняшек и это бесплатно предлагается как бонус группе которые будут учиться на кликере вот А тут вообще все просто пропали кнопочки, Сереж. Вообще все пропали кнопочки. Вот. Если пока лошадь не очень знакома, не знаю, насколько ощущает границы. Как начать кликер-метод? Через забор или как-то контролировать, чтобы не наседала, а то эта дама наглая и очень общительная. Если она наглая и очень общительная, ну, это зависит от того, сколько вам лет, какого опыта вы конник, Ян, и если вы опытная конница, и для вас не проблема прогнать лошадь, вы можете сразу с ней заниматься кликером, чуть что, поставить эту границу. Но если вы не опытный, то лучше либо заниматься через забор, либо сначала поставить границу, потом заняться кликером, чтобы граница уже не нарушалась. Вот, потому что залог вашей безопасности, либо реальный забор, либо ваш опыт и умение поставить границу любой лошади. Либо вы будете часто делать клики, но вы наверняка будете тупить, пока вы учитесь вместе с лошадью, <с...> и у нее включится инстинкт. Лошадь научили останавливаться на жест, поощряя едой, и после этого она отказалась останавливаться без еды. <с>... Да, потому что потому что ее учили именно на еду, а не на клике. Когда вы учите на клике, лошадь активно э, ищет, как, что сделать, чтобы был клик. А клик дается не регулярно, а он дается, когда лошадь уже понимает, на вариативное подкрепление, а потом э, лошадь не знает, когда. То есть мы доводим до автоматического поведения, потом лошадь уже не обращает внимания, она просто автоматически останавливается, понимаете? То есть тут это был не кликер-метод. Переучивайте. Дорогие мои, э, ну, если вопросов нет больше, я тогда с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было что, Сереж? А. Вот, попробуйте бесплатно кликер. Молодец, да? Вот, Сережка, вот, смотрите, мне не нужно будет вам высылать, хотя уже 40 человек. Молодец. Вы можете нажать на «Попробовать бесплатно». Это будет как раз лекции и видеоуроки по бесплатной части кликера. Вся теоретическая часть, вот, чтобы начать. Это в личном кабинете, как раз в новом личном кабинете. Как он вот так вот адрес вы, вы, Что выглядит? Можно кликнуть. Что кликнуть? А вот все а, все адрес все вот, все так все вот так вот выглядит. Я вам в чат кидаю. Это адрес вашего личного кабинета. Вам надо там зарегистрироваться. Надеюсь, сегодня было вам интересно. Вот я пока делала слайды, мне было, мне было кайфово, потому что э, лошади мне объяснили новые какие-то новые грани, и мне было интересно с вами поделиться не тем старым, вот что накоплено за все эти годы, а именно вот эти фишечки в поведении лошади, в настрой лошадей и людей. И этот путь бесконечен. Поэтому я вам желаю наслаждаться им. Здорово, что вы начали уже. Молодцы. Старый личный кабинет он тоже работает, но он более тормозной. Работает, и новый... Он работает. Все новые курсы принесены и в новом кабинете. Можно. В новом кабинете все есть, все то же самое. Давайте, мои хорошие. Большое вам спасибо, что вы пришли. Всех целую, обнимаю. Вам успехов задавайте вопросы, пишите активно, не стесняйтесь, я вас направлю по самому короткому, эффективному пути обучения, если вы хотите обучаться в школе счастливых лошадей. Вот. Ну, пока-пока. Приезжайте на семинары.